Города и острова в небе Если бы вам привелось увидеть весьма редкое зрелище — город в небе, дома, в котором украшены мраморными башнями, куполами и так далее, то вам, конечно, было бы интересно узнать о причинах этого явления. Согласно авторитетным объяснениям, это, первое, Новый Иерусалим, сходящий с неба, приготовленные как невеста, украшенные для мужа своего. Откровение, глава 21, стих 2, который святой Иоанн Богослов наблюдал на острове Патмос во втором веке нашей эры. Второе. Отражение в атмосфере реального города, находящегося в каком-либо ином месте. Правда, иногда непонятно, почему мы значительно чаще видим города, чем ландшафты между ними. Третье. Город блаженных, где обитают мертвые, который иногда был виден с побережья Кельтских королевств. Четвертое. Особое состояние облаков и водяных паров. Пятое. Воздушный город наподобие Лапуты, упоминавшиеся Свифтом в путешествиях Гулливера. Шестое. Галлюцинации на почве алкогольного опьянения или религиозного экстаза. Прежде чем, или вместо того, чтобы приступить к изучению причин возникновения этих явлений, давайте ознакомимся с некоторыми документами. В 1840 году жители острова Санди входящего в Оркнейский архипелаг, видели в небе изображение, которое было похоже на картину далекой страны с прекрасными белыми зданиями. В 1857 году оно появилось снова, и его можно было наблюдать около трех часов подряд. Марвик, который описал его в книге «Фольклор оркнейских и шотландских островов», отмечал, что на севере это явление отнюдь не редкость. Местные жители полагали, что это был призрачный хрустальный город сказочного народа фин, который иногда открывался взору смертных, или что это был мерцающий остров Геттерблеттер, который находился как будто к западу от реально существующего священного острова Эйнхаллоу. Хотя Марвик полагал, что что это был мираж, он не мог объяснить, что именно он отражал. В 1684 году Родерик О. Флэрти описал призрачный остров, нередко появлявшийся у западных берегов Ирландии. Согласно его предположениям, это мог быть появляющийся и исчезающий маленький остров Образил известный только картографом. Земной рай, который скрыт по особому божественному повелению. Козни нечистой силы или всего-навсего создаваемая облаками иллюзия. По словам О. Флаерти, человеческое суждение бессильно определить, какое из этих объяснений является правильным. В 1902 году Вуд Мартин, отметил неоднократное появление Образл. Его видели у берегов ирландского графства Слиго в 1885 году. Один из очевидцев, наблюдавших его еще до этого случая, писал. Во второй половине XIX столетия я лично наблюдал изумительный мираж, который недавно был виден, как сообщалось, на побережье Тирераф, графство Слиго. Если бы я смотрел на залив в первый раз, ничто не убедило бы меня в том, что это не настоящий город. Большой, красивый, зеленый, с домами, шпилями, крепостными сооружениями и так далее. Вот Мартин полагал, что подобные города являются отражением реально существующих городов, расположенных где-то далеко. В качестве аналогии он приводил рассказы моряков, плававших в заливе Дублина, и утверждавших, что иногда они видели гору Сноудон, очертания которой неясно вырисовывались на расстоянии ста миль. Однако единственным известным городом к западу от морского побережья Ирландии, силуэт которого мог быть виден, является Нью-Йорк, причем характерные черты его архитектуры никогда не упоминались в описаниях миражей городов, видимых с западного ирландского побережья. 18 июля 1820 года, рассматривая через подзорную трубу неисследованный берег западной части Гренландии, капитан Скорпси, командовавший судном Баффин, заметил огромный древний город, изобиловавший руинами замков, обелисками, холмами, памятниками и другими внушительными и впечатляющими сооружениями, которые он частично зарисовал. Дэвид Брюстер объединил эти рисунки в панораму, опубликованную в книге «Магия природы». Однако капитан Скорсби нашел, что на гравюре дома и храмы стали похожими на на дикие скалы. Характерно, что в небе над Оляской часто появляется изображение города, похожего на расположенный в Англии Бристоль. В книге Новые земли Форд приводит несколько сообщений о появлении этого изображения над Оляской и отмечает, что обычно оно появлялось в период между 21 июня и 10 июля. Рассказывали, что еще до прихода на Аляску белых поселенцев такое изображение или нечто похожее на него регулярно наблюдали индейцы. В 1887 году известный первопроходец Уиллоби сфотографировал его. Однако город на фотографии был настолько похож на Бристоль, что многие стали сомневаться в подлинности снимка. Тем не менее, имеется достаточно доказательств того, что время от времени в небе Аляски появляется изображение некоего города и другие видения. 31 октября 1889 года газета «Нью-Йорк Таймс» поместила сообщение Френча, который видел в небе около горы Фейруэзер на Аляске дома, четкие силуэты улиц и деревьев то там-то тут высокие шпили вздымались над огромными зданиями, похожими на древние мечети или соборы. Все это походило не на современный американский, а на старый европейский город. Форд также ссылался на другого автора из Юкона, который в июне 1897 года видел в небе огромный город. Его спутники спорили о том, что он напоминал больше Торонто, Монреаль или Пекин, однако пришли к выводу, что, скорее всего, это был какой-то город прошлого. Элемент древности и красоты, часто присущий воздушным городам, объединяет их с совершенными городами, которые предстают в мистических видениях, например, с жемчужным градом и Иерусалимом, виденным Иоанном Богословом. О таком городе сообщается также в книге Фламариона «Атмосфера». Огромный красивый город, украшенный монументами, куполами, колокольнями. Путешественник Грелуа наблюдал в Северной Африке между Гелма и Боне. Он не был похож ни на один известный в то время город. Наши современники, наблюдавшие воздушные города, чаще всего пытаются объяснить их как отражение каких-либо других близлежащих городов. Форд приводит случай, описанный в Нью-Йорк-Сан 6 марта 1890 года, когда в 4 часа пополудни над Эшлендом, штату Гайо, появился большой неизвестный город. Одни утверждали, что это было отражение Нового Иерусалима, Другие считали, что это был или Мэнсфилд, или Сандуски, находившиеся от Эшланда, соответственно, в 30 и 60 милях. О том, насколько часто появляются воздушные города, можно судить по данным, которые Форд приводит в книге «Новые земли». Так, 27 сентября 1846 года над Ливерпулем появилось изображение города, похожего на Эдинбург. 10 октября 1881 года над Померанией была видна засыпанная снегом деревня, которая, как отмечалось, была похожа на деревню, расположенную в ста милях от нее на острове Борнхольм. В 1881-88 годах в Швеции наблюдался целый ряд призрачных городов, островов, появлялись и другие изображения. Вот пример из Ирландии, классической страны городов-призраков. В июне 1801 года над Юголом, графство Корк, можно было видеть город, состоявший из утопавших в зелени особняков, выглядывавших из-за белых палисадов, а также двойное изображение окруженного стеной города, который наблюдался ранее в том же месте в 1776 и 1797 годах. 2 августа 1908 года в Белли-Коннелли на западном побережье в течение трех часов можно было наблюдать город ⁇ Призрак ⁇ состоявший из домов, выдержанных в различных архитектурных стилях. Те, кто считает такие города реальными, оторванными от земли, летающими воздушными городами, наподобие свифтовской лапуты, слышат от скептиков, что в таком случае их заметили бы астрономы и радиолокационные станции. Но дело в том, что их действительно обнаруживают. Публикации на темы НЛО полны рассказов об объектах неизвестного происхождения, имеющих огромные размеры, и наблюдающихся либо визуально, либо с помощью радаров. В сборнике Форта содержится описание многих подобных объектов, относящиеся к более раннему периоду. Как мы полагаем, ни одна из известных в настоящее время теорий не способна дать исчерпывающего объяснения возникающих на отдельных участках неба раз в год или чаще изображений пейзажей, городов или островов. Мы предполагаем, что предания о волшебном городе или острове мертвых, часто встречающиеся в кельтском фольклоре и мифах других многих народов, частично возникли вследствие визуального наблюдения подобных изображений. Регулярность их появления, вероятно, использовалась древними жрецами, чтобы приписывать себе умение вызывать видение рая. В книге Джильберта «Приходская история Корнуола» рассказывается об одном эпизоде, который, возможно, связан с древним местным обрядом. Редактор помнит родственницу бывшего викария церкви святого Эрта, которая, получив во сне внушение, приготовила снадобье из трав и, отправившись на мыс Лэнс-Энд, вылила его в море и произнесла магические заклинания, ожидая, что немедленно из моря покажется страна Леонес, и ее живой, несмотря на длительное пребывание на дне моря, народ. Но что-то спутала она, или в вере не была сильна, но только град не появился. Корабли-призраки. Плывущие по волнам корабль-призрак, несомненно, прекрасное зрелище к которому мы стали относиться с большим уважением только после того, как рано утром 11 июля 1881 года король Георг V, будучи молодым морским офицером, увидел в Южной Атлантике летучего голландца. Когда же на борту такого судна присутствует команда, то, по мнению авторов, это явление еще более сенсационное, чем дождь из лягушек. Появление кораблей в небе старо как мир, и о нем часто пишут в газетах. В наше время возросший интерес к кораблям-призракам привел к тому, что многие авторы занялись выкапыванием истории на эту тему из старинных книг. Во Flying Saucer Review, май-июнь 1971 года, приводится датированное 1743 годом, Сообщение проживавшего около местечка Холлихэт, графства Англси, фермера, который видел плывущий по облакам на высоте 1500 футов пакетбот водоизмещением около 90 тонн. Доказательством того, что это не было отражением другого судна, плывущего по морю, служил хорошо различимый киль. В старинных ирландских летописях имеются ссылки на фантастические корабли которые в 1161 году плыли в гавани Гэллоэй против ветра. Рассказывая об этом случае в книге «Древние ирландские поверья», Вуд Мартин приводит еще один пример того, как однажды безоблачным осенним вечером в 1798 году сотни людей на холме в кров Патрик, графство Майо в Ирландии, увидели плывущий по воздуху флот. Согласно версии Вудмартина, он был отражением флота адмирала Уоррена, который преследовал у западного побережья Ирландии французскую эскадру. Он также полагал, что замеченные в 1161 году в Гэллоуэй корабли были, вероятно, отражением военных судов викингов. Вера в существование воздушных кораблей сложилась задолго до возникновения Воздухоплавание. В IX веке толпа местных жителей привела к Агобару, архиепископу Леона, четырех человек, которые, как утверждалось, были схвачены в тот момент, когда сходили с воздушного судна на землю. Жители просили у архиепископа разрешения побить их камнями, но Агобар, не поверивший в рассказ о воздушном корабле запретил им это делать. Позднее он сделал запись, цитируется по книге Култона «Средневековая панорама», о том, что местные жители были настолько темны, что верили в существование таинственной страны Магонии, откуда по облакам приплывают корабли и уносят с собой плоды земли в эту страну. В легендах Корнуолла и Британии говорится о кораблях, которые на глазах людей плыли по земле, причем особенно часто это происходило в связи с некоторыми примечательными событиями, накануне штормов или кончины выдающихся личностей. Когда-то округ Лэнс-Энд в Корнуолле был знаменит подобными видениями, часть которых описана в книге Ботрелла, традиции и народные сказания западного Корнуола. В ряде случаев пути следования кораблей-призраков были отмечены, и мы подозреваем, что некоторые старые дороги прокладывались вдоль их обычных маршрутов. В 1835 году Роберт Хант, автор книги «Народные рыцарские сказания Западной Англии», беседовал с человеком, наблюдавшим небесный корабль, который шел против ветра и прилива, в порт Курно. Поднявшись в вечерних сумерках и пройдя мимо Коув, он двинулся через старое поле на чапл Курну. Когда корабль плыл над холмами и долинами в Чигвиден, его киль проносился на расстоянии нескольких ярдов от земли, не касаясь ее. Затем корабль исчез у скалы, под которой позже был обнаружен клад. На гербе герцога Аргела, старейшины рода Кэмбеллов, изображено судно, которое в Геральдике описывается как «лимфот» или «старинная галера» со свернутыми парусами, красными флагами и флажками, и черными движущимися веслами. В момент смерти старшего в роду Кэмбеллов это судно всегда появляется в лох у Инверарой в Шотландии. В книге «Привидений» лорд Галифакс пишет, что герцог Аргил рассказывал ему, как в 1913 году, сразу после смерти его отца, лорда Арчибальда Кэмпбелла, на Лохфин показалась галера с командой из трех человек, которая подошла к берегу и далее проследовала, как обычно, над землей к святилищу Святой Колумбы. Любопытная подробность. На этот раз ее видели не только местные жители, но и приезжий англичанин, который с удивлением воскликнул Посмотрите на это странное воздушное судно. Аналогичный случай, о котором первый сообщила Сиднейская газета Сан-Геральд, произошел 26 июня 1959 года в Новой Гвинее. Он представляет особый интерес, поскольку, во-первых очевидцами видения оказались многочисленные свидетели, чья беспристрастность не вызывает сомнений. Отец Гил, а также члены и персонал миссии англиканской церкви на Папуа. И, во-вторых, он является еще одним современным точно документированным примером явления, которое так часто упоминалось в старинных летописях и фольклоре. У корабля, зависшего над зданием миссии был круглый корпус и надстройка, напоминавшая мостик судна. На борту находилась команда из четырех человек, которые стояли, облокотившись на леер. Когда отец Гил и его братья помахали им рукой, те ответили им. Великий перелет воздушных кораблей 1897 года. Так теперь называют одно из явлений, которое никто не мог объяснить. Связанные с этим перелетом события представляются настолько странными, что в них трудно поверить. Однако, если мы с доверием относимся к историческим документам, то нам следует доверять и многочисленным современным свидетельствам событий, во время которых в течение XIX века и в особенности его последнего десятилетия, небо над Северной Америкой буквально кишело разнообразными неопознанными воздушными судами. В книге Чарльза Форта «Новые земли» Делается первая попытка обобщить многочисленные, не связанные между собой сообщения о странных огнях и воздушных судах, появлявшихся в 1896-1897 годах. Форд первый выдвинул сенсационное предположение, что это явление связано с прибытием на Землю пришельцев из другого мира. Апрель 1897 года был звездным часом перелета. Из всех районов Америки приходили сообщения о появлении воздушных судов, причем большинство поступало со Среднего Запада и штата Техас. Крылатые Сигаровидное тело с ярко освещенным разноцветными огнями куполом или над стройкой пролетело над Штатами, Айова, Мичиган, Вашингтон и другими. Тысячи людей наблюдали его над Чикаго. Появлялись абсурдные, но тем не менее документированные сообщения о приземлениях таких кораблей, о встречах с их обитателями, внешность которых варьировалась от карликов с восточными лицами до высоких бородатых белых людей. Были сообщения о мистификациях, распространялись слухи об изобретателях таинственных воздушных кораблей, хотя в то время не было ничего известно о полетах дирижаблей в Америке. 19 апреля 1897 года газета Dallas Morning News сообщила о катастрофе воздушного судна в Ауроре, штат Техас, причем было сделано интересное заявление, что погибший пилот был инопланетянином, и что офицер войск связи США Уимс, находившийся на службе в данной местности и являвшийся специалистом в области астрономии, считал, что погибший был марсианином. В Ауроре еще живы старики, которые помнят об этой катастрофе. Местные жители решительно воспротивились предложению вскрыть могилу и исследовать марсианина. Из всех газетных сообщений 1897 года о воздушных судах самой поразительной является корреспонденция опубликованное 28 апреля в газете «Хьюстон Дели Пост». 26 апреля. Меркл, штат Техас. Вчера вечером несколько человек, возвращавшихся из церкви, заметили массивный предмет с привязанным к нему канатом, который волочился по земле. Они шли за ним, пока на переезде он не зацепился за рельс. Посмотрев наверх, они увидели нечто, что, по их предположению, было воздушным судном. Поскольку оно находилось довольно высоко, было трудно определить его размеры. Из нескольких иллюминаторов били лучи света, а один яркий луч светил спереди, как головной прожектор локомотива. Минут через десять по канату начал спускаться человек, который оказался достаточно близко, чтобы можно было рассмотреть его внешность. На его тщедушном теле был легкий голубой костюм моряка. Увидев, что подле якоря находились люди, он остановился, перерезал под собой канат и уплыл вместе с кораблем на северо-запад. Якорь теперь выставлен на всеобщее обозрение в кузнице Эллиота и Миллера, и привлекает внимание сотен людей. Другой дотошный исследователь перелетов воздушных судов Лорен Гросс в своей работе «Чарльз Форд и Фортанское общество» 1976 год предлагает рассмотреть случаи в Ауроре и Меркеле с учетом популярных в то время представлений. Как подчеркивает Гросс, это было то самое время, когда пресса уделяла огромное внимание Персивалу Лоуэлу, который наблюдал за Марсом через установленный на горе около Флекстофа, штат Аризона, телескоп, что вызвало огромный интерес среди астрономов-любителей. Другим фактором, который, видимо, сыграл свою роль, была публикация весной того же года в журнале «Космополитен» романа «Война миров» Уэллса и поэтому неудивительно, что в то время ходило много разговоров о марсианах. 7 марта 1897 года в штате Юта газета Salt Lake Tribune опубликовала статью под заголовком «Море над облаками» — необыкновенный предрассудок, получивший когда-то распространение в Англии о появлении облачных кораблей. Обращает на себя внимание тот факт, что по меньшей мере за 12 дней до случая в Меркеле в другом штате другая газета опубликовала рассказ о том, как задолго до того у другого воздушного судна также застрял якорь. Этот случай, происшедший в Бристоле, был описан в начале XIII века в манускрипте «Императорский досуг», автор Гервас из Тильбури. Выходившие из храма после мессы прихожане услышали крик и увидели наверху облачный корабль, который зацепился якорем за могильный камень. Небесный матрос спустился по канату, чтобы освободить якорь, но был схвачен людьми и утонул в плотной для него земной атмосфере. Команда корабля обрубила канат и уплыла. Этой истории предшествовал другой случай. В марте 1958 года журнал «Фейт» опубликовал перевод из другого манускрипта XIII века, североирландского королевского зерцала, в котором говорилось, что в 956 году якорь воздушного корабля зацепился за портик церкви святого Кинора в районе Клоера. Судно по канату спустился матрос, Однако на этот раз епископ запретил прихожанам задерживать его. И он уплыл невредимый вместе с остальными членами команды, оставив якорь на память. Призрачные небесные армии и сражения Воины-призраки, марширующие в боевых порядках над землей или по небу, разве не интересно было бы найти объяснение такому зрелищу? Оно было найдено еще в те отдаленные времена, когда мифология играла активную роль в жизни людей. Народам, населявшим тогда север Европы, было хорошо известно, что иногда можно было видеть, как боги и герои Вальхаллы сражаются в небе. В Британии ни один крестьянин не удивился бы при виде короля Артура и его свиты, скачущих по небу на битву, или преследовавших кого-либо. Артур, легендарный король бриттов V-VI века, боровшийся с англосаксонскими завоевателями, Артур и рыцари круглого стола воплощают нравственные идеалы рыцарства. Кельтские сказания об Артуре неоднократно использовались поэтами и романистами. В те времена местные сказания и легенды, по-видимому, служили достаточным объяснением призрачных армий на небе. По мере того, как мифы утрачивали свое значение, возникали новые версии. Факт появления войск на небе интерпретировался как призрак отгремевшего или предзнаменование грядущего сражения, мираж воинов, находящихся где-либо в другом месте следствие второго зрения, метеорологическая аномалия, психологическая проекция или военные учения внеземных существ. Авторам представляется, что в каждой из вышеназванных версий возможно есть доля истины. Однако они предпочитают следовать своей принципиальной линии и рассматривать только сами явления, оставляя вопрос об их возможных причинах в стороне. Если принять накопившиеся в течение многих веков многочисленные показания уважаемых людей за доказательство, то факт феноменологической реальности небесных армий можно считать установленным. В книге о Граде Божьем святой Августин приводит следующий пример. На одном ратном поле в компании между злыми духами произошло шумное сражение, после которого святой Августин наблюдал оставшиеся на земле следы лошадиных подков и сапог. Это событие произошло незадолго до настоящего сражения, случившегося на том же месте. В этой связи обращает на себя внимание типичное для того периода объяснение происходящего как Предзнаменование будущих событий. Легенды могут послужить объяснением появления воинов-призраков, если, конечно, вы в них верите. В книге Древние ирландские поверья Вуд Мартин приводит происшедший в 1797 году случай, когда в полдень появилась армия эльфов, маршировавшая через болото, находившееся между Мэриборо и Стредибель. Еще одна призрачная армия появилась в 1836 году над холмами фриар Можно также привести пример, похожий на тот, который описал святой Августин, когда после волшебного сражения на земле остались вполне реальные следы. Рассказывают, что в 1800 году две небольшие армии сражались окопавших в канавах, расположенных по обе стороны дороги в Келькенне оставив после себя помятые кусты, сломанные деревья и следы крови на траве. В XVI веке видения небесных сражений появлялись довольно часто. В книге «Черная магия» в истории Великобритании Рональд Холмс приводит примеры из истории Шотландии XVII века. Согласно хронике этого времени, летом 1686 года в Клайдсайде наблюдалось падение шлемов, шапок, ружей, сабель, которые покрыли деревья и землю. Были видны боевые порядки вооруженных солдат, маршировавших по воде. Аналогичное падение предметов и ведение призрачной армии происходило в Шотландии в конце XVIII века. Холмс объяснил все это прибегнув к вполне правдоподобному доводу о массовой истерии. Однако, как при этом объяснить тот факт, что лица, не склонные к религиозному возбуждению, тоже наблюдали призрачные армии? В 1642 году появлялись видения сражений между призрачными армиями и сообщения о них. Заглавие одной, опубликованной в Лондоне, и экспонируемой в настоящее время в британской библиотеке книги, гласит «Знак с неба или страшный и ужасный шум, услышанный в Айре, Альдебург, графство Суффолк, в четверг, четвертого дня августа, в пять часов пополудни, когда был слышен барабанный бой, выстрелы мушкетов и артиллерийская канонада в течение часа или более». Далее сообщается, что свидетелями этого были многие достопочтенные господа, которые были готовы выступить с показаниями в присутствии ведущих членов палаты общин и предъявить тяжелый камень, упавший с неба, когда там гремело сражение. Об одном недавнем явлении призрачной армии сообщил человек, которого один из авторов хорошо знает. Он заверял, что его сообщения соответствуют действительности. В ноябре 1956 года наш друг Петр Зиновьев и его сводный брат Патрик Скрипует пошли в поход в горы Куэллин около Скай. Однажды, в три часа утра, услышав странный шум, Петр открыл палатку и увидел десятки шотландских стрелков которые вели огонь через каменистое поле. Он разбудил Патрика, который тоже их увидел. Братья очень испугались. Вечером следующего дня, который они провели на ногах, откалывая образцы пород, Петр тогда учился на геологическом факультете Оксфордского университета, братья перенесли палатку выше в горы и пили кофе, ожидая, не повторится ли видение. Ничего не заметив, они уснули. В четыре часа утра их разбудил такой же шум, и опять с испугом они наблюдали тех же шотландцев, но теперь уже выглядевших полумертвыми, отступавших, спотыкавшихся о камни. Как только взошло солнце, братья поспешили спуститься в гостиницу в Слайгачане и рассказали об увиденном одному местному жителю, Яну Кэмпбеллу который ответил им, что они не первые, кто видел это явление, и добавил, что шотландские стрелки и призраки были либо отражением битвы XIII века, либо восстания 1745 года. В книге Магия природы 1832 год сэр Дэвид Брюстер воспользовался появившейся в век просвещения теорией миражей, чтобы объяснить целый ряд непонятных явлений. Однако одно из самых ярких засвидетельствованных видений призрачной армии произошло 23 июня 1744 года на горе Саутерфелл в районе озера Камберленд. Около семи часов вечера Дэниел Стрикет, слуга Джона Рена из Уилтона-Холл, увидел множество солдат, которые скакали вверх по склону и исчезали за ним. Послали за Реном, который вместе со всеми жителями деревни, около двадцати шести человек, наблюдал этих солдат. Брюстер поясняет, что это, вероятно, было отражением настоящих войск, находившихся по ту сторону склона. Однако в то время в этом районе не было никаких солдат, равно как не существовало никакой дороги на склоне. Поэтому, — объясняет далее Брюстер, — как это не невероятно, если там не было никакой дороги, по которой они могли двигаться, вполне возможно, что это были части, которые скрытно проводили в горах военные учения накануне восстания 1745 года. В книге «Новые земли» Форд приводит много примеров из старых хроник появления солдат-призраков. В 1785 году, в тот момент, когда с военными почестями хоронили генерала фон Козеля в местечке Уэст в Селезии, были видны марширующие по небу солдаты. Некоторое время спустя, когда похороны уже окончились, солдаты-призраки появились еще раз. 3 мая 1848 года в небе над Дофине, около Вены, 20 очевидцев увидели целую армию. 30 декабря 1850 года солдаты-призраки были отмечены в небе около Банмута. 22 января 1854 года солдаты-призраки появились над Будериком. 8 октября 1881 года над Рипли, Йоркшир. С сентября по октябрь 1881 года фигуры в белых балахонах появлялись над Вирджинией, отряды ангелов в белых одеяниях и шлемах — маршировали над Делавером, аналогичные сообщения поступали из Мэриленда. Эти данные приводятся в сборнике Scientific American за тот же год. В течение нескольких часов, три дня подряд, начиная, кажется, с 1 августа 1888 года в местечке Вараздин в Хорватии, по небу скакали конные отряды, которыми командовал офицер со сверкающим клинком в руке. При расследовании не удалось установить, где в данном районе находились реальные солдаты, соответствовавшие по своему виду воинам-призракам. Но даже их обнаружение не стало бы ключом к объяснению причин этого феномена. Авторы располагают такой многочисленной информацией о случаях появлений призрачных небесных армий, что в рамках данной главы не уместился бы даже простой их перечень. В книге «Другая сторона природы» миссис Кроу приводит примеры этого часто повторяющегося явления и в том числе исчерпывающие сообщения о случае 1881 года в Рипле о котором говорилось выше, а также подробное описание ведения около местечка Ланарк в Шотландии в 1686 году, когда в толпе людей, наблюдавших призрачные полки, только один человек их не увидел. Неожиданно и он с ужасом заметил их. Миссис Кроу предполагает, что ему на время... Передалось второе зрение отстоявшего рядом человека, наблюдавшего видение. Кроу отвергает теорию миража на том основании, что зачастую не существует никакого реального объекта, от которого получается отражение, особенно в тех случаях, когда солдат-призраки одеты в мундиры прошлых веков. 29 сентября 1914 года Газета London Evening News под заголовком Лучники опубликовала небольшую статью Артура Макена. Она опирается на газетные сообщения о мучительном отступлении от Монса Бельгии, в ходе которого британская армия сумела, несмотря на численное превосходство немцев, отойти, сохранив боевой порядок и линию фронта. В статье Макена... Рассказывается о том, как Святой Георгий и его Небесная армия заступились за англичан. Статья стала очень популярной, ее многократно перепечатывали. На следующий год она вышла отдельной брошюрой, которой Макен написал Вступление. Где говорилось, что рассказанная им история послужила поводом для появления целого потока сообщений и слухов о том, что Ангелы на самом деле появлялись на поле битвы. Это утверждение яростно оспаривалось. Гарольд Бэгби быстро написал книгу на стороне ангелов: ответ лучникам, где привел показания многих солдат о видениях, которые они наблюдали на Монсе, собранные еще до того, как Макин написал свою статью. Лица, информировавшие Бэгби, утверждали, что они видели целый ряд призраков, в том числе рыцарей, лучников, святых, светящихся ангелов, таинственные облака, скрывавшие их от противника, и что в ночь на 27 августа 1914 года во время отхода вся бригада наблюдала призрачные кавалерийские эскадроны, двигавшиеся параллельно отступавшим войскам. Комментарий доктора физико-математических наук Гурвича Согласно древней британской легенде, у знаменитого короля Артура была сестра волшебниц по имени Фата Моргана. Она любила создавать воздушные замки, в которые завлекала путников, чтобы их погубить. От имени этой коварной колдуньи и произошло название одного из интереснейших оптических явлений в атмосфере — фатаморгана. Путешественники, сбившиеся с дороги в пустыне из-за призрачных оазисов, мореплаватели с суеверным страхом взиравшие на летучего голландца, те, кто с изумлением наблюдали несуществующие города, горы, острова, все эти люди сталкивались с явлениями, возникающими из-за неоднородностей в атмосферном воздухе. Показатель преломления атмосферы зависит от плотности воздуха. А сама она обычно представляет собой как бы слоеный воздушный пирог, состоящий из слоев с разной температурой. Чем выше на данной высоте температура воздуха, тем меньше его плотность значит и меньше показатель преломления. И чем больше перепад, градиент температуры, тем резче изменяется показатель преломления, тем сильнее искривляется ход луча свет. При этом словно бы образуется гигантская воздушная линза. Она, конечно, отличается от тех, которые работают в фотоаппаратах или очках ведь стеклянные линзы имеют постоянный коэффициент преломления, а атмосферные все время движется, и коэффициент преломления ее постоянно меняется. Кроме того, и проецируемый ею объект, и его наблюдатель находятся внутри этой воздушной линзы, поэтому наблюдатель и видит изображение несколько искаженным, хотя в большей или меньшей степени отражающим действительность. Некоторые фокусы феи Морганы, или, говоря современным языком, особенности действия атмосферной линзы, подробно исследованы американскими физиками Фрейзелом и Махом. Они отметили удивительные свойства атмосферных линз создавать различные видения и видоизменять информацию, переносимую светом, по мере его распространения сквозь толщу воздуха. Если температура воздуха с высотой возрастает, то горизонтальная поверхность, например, воды, воспринимается как искривляющаяся кверху. Эта поверхность как бы поднимается по мере удаления от наблюдателя. И тогда возникают города и острова в небе, летающие по воздуху корабли, марширующие солдаты и тому подобное. А если же с высотой температура падает, то горизонтальная поверхность, наоборот, кажется изогнутой вниз. Наблюдатель видит только верхнюю часть миража. Благодаря этому явлению, возможно, возникла легенда о людях, ходящих по воде, аки по суху. Один из ученых сам наблюдал на пляже и даже сфотографировал такой мираж весной 1972 года. Он с изумлением увидел собственными глазами, как двое ребят прогуливались по воде между яхтами. Сцена, по словам ученого, была настолько правдоподобной, что после этого ему было бы нетрудно поверить рассказам о людях, идущих по воде. Рассказам, которые можно найти не только в Библии, но и в античных мифах, и в буддийской литературе. На самом же деле мальчики во время отлива гуляли по длинной песчаной отмели, но их ступни и сама отмель оказались за оптическим, кажущимся наблюдателю, горизонтом, и поэтому не были ему видны. Остальная же часть фигур была как бы подвешена над поверхностью воды, благодаря чему и возникла полная иллюзия хождение по ней. Такие миражи могут появиться над водой ранним утром, когда она теплее прилегающего воздуха и как бы подогревает его. А как происходит искажение размеров предмета? Если температура с высотой изменяется равномерно, то изображение перемещается вверх или вниз, однако пропорции его не нарушаются. Но так бывает очень редко. Обычно все гораздо сложнее. Ведь наблюдатель находится на Земле. У самой поверхности, в слое толщиной не более нескольких сантиметров, передача тепла обеспечивается в основном молекулярной теплопроводностью и излучением, в то время как выше преобладает конвекция перемешивания воздуха, которая выравнивает перепады температуры. Наибольшая разница в температурах наблюдается у самой Земли, и с высотой она убывает, причем обычно неравномерно. В результате мираж возникает с искажением пропорций объекта. Представьте себе озеро или залив при солнечной погоде после полудня. Теплый воздух устремляется с берегов к воде, которая охлаждает его. При этом наибольший перепад температур будет, естественно, у поверхности воды. Здесь воздух окажется всего холоднее. А чем выше, тем меньше разница в температуре соседних слоев воздуха. В результате может возникнуть мираж, при котором изображение поднимается вверх и сплющивается по вертикали. Когда же поверхность Земли или Воды, теплее прилегающего воздуха, и он в результате подогревается снизу, то происходит увеличение изображения. Так часто получается у поверхности воды рано утром, а также над раскаленной солнцем землей, знаменитые миражи в пустыне. В зависимости от того, как изменяется температура с высотой, где-то более плавно, где-то резко, меняется и характер миражей. Чем сложнее форма атмосферных линз, тем причудливее мираж. Линза может перевернуть изображение, наложить друг на друга его части, наконец, изготовить это изображение во множестве экземпляров. Примерно так играет порою с объективом кино- или телеоператор. А нечеткость изображения объясняется оптическими дефектами атмосферной линзы из-за неоднородности плотности и температуры, связанных с беспорядочным движением воздуха. Фата Моргана способна превратить горизонтальную поверхность земли, воды или снега в вертикальную стену. Игра освещенности может привести к появлению на этой стене всевозможных фантастических башен, колонн, окон. А если основой для миража служит что-то реальное, город, корабль, поле боя, то и возникают города в небе, летучие голландцы, воздушные армии и сражения. Миражи наблюдаются тогда, когда световые лучи сильно искривляются. А для этого они должны пройти большое расстояние в атмосфере, и при том почти параллельно поверхности Земли. Поэтому желательны большие открытые пространства, чтобы ничто не мешало Фата мургане Очень удобны для нее и прибрежные районы суши, Здесь чаще возникают значительные перепады температур. Не потому ли описание сказочных островов, неведомых земель, чаще встречаются в легендах и преданиях приморских народов? Мираж виден тогда, когда он отличается от окружающей местности. Если на фоне поля и возникнет мираж луга, то человеческий глаз его просто не увидит. Именно поэтому так часто видение городов и островов, ведь привлекает и поражает необычное, корабли, плывущие над землей, вода в пустыне, люди парящие в воздухе, города, висящие над полем или лесом и так далее. Когда наблюдатель идет, вместе с ним перемещается и мираж, по научному, оптический горизонт. Это особенно часто наблюдается на шоссе. Вдали как будто вода разлетана на дороге. И она все время убегает от машины. Точно так же в пустыне вода окружает порой путника со всех сторон и движется вместе с ним. К вечеру, когда пустыня остывает, перепады температур уменьшаются. И вместе с ними уменьшается кривизна пути световых лучей. Мираж удаляется от путешественников. Надо сказать, что бывают и звуковые миражи. Иными словами, в атмосфере может происходить не только передача и увеличение изображений, но и передача и усиление звука. И не исключена возможность, что в каком-то месте зрительное изображение совместится со звуковым сопровождением. Тогда, например, вид сражения может сопровождаться шумом битвы. Следует обратить внимание на то, что люди видели сражающиеся армии в небе в основном в периоды войн. К тому же в прошлом, когда воздух был достаточно чистым, прозрачным, современные боевые действия не для феи Морганы. Но и в наше время иногда наблюдаются звуковые миражи. Известен, например, такой случай. При экспериментальном взрыве нескольких сот тонн взрывчатки Звук от этого взрыва был едва слышен уже на расстоянии около 30 километров. А вот в одном поселке, расположенном примерно в 300 километрах от места взрыва, в некоторых домах вылетели стекла в окнах. Это самый настоящий звуковой мираж, да еще весьма действенный. Кажущаяся приуроченность появления миражей к определенным датам их повторяемость тоже вполне объяснима. Как уже говорилось, вероятность появления миража тем больше, чем больше разница температур, которые чаще бывают у поверхности воды или над землей, еще не покрытой травой, летом или ранней весной. Так, вокруг испытательной станции Института физики атмосферы, расположенной около города Цемлянска, весной постоянно плавают. Окрестные хутора. В судовом дневнике Вильяма Баринца, плававшего в полярных морях в конце XVI века, есть записи о том, как он в один и тот же день видел восход Солнца сначала несколько ранее положенного срока, а второй раз в урочное время. В специальной литературе этот эффект получил название Явление Новая Земля. Баренс столкнулся с ним в районе этого острова. Советский космонавт Гречка во время своего полета на орбитальной станции «Салют-6» дважды наблюдал появление солнечного диска из-за Земли сначала примерно за минуту до положенного срока, затем вовремя. Причина тому одна — из-за неодинаковой температуры воздушных слоев лучи света в атмосфере искривляются, и наблюдатель видит Солнце, когда оно фактически еще находится за горизонтом. Наблюдения такого рода удаются на больших открытых пространствах, в прозрачной атмосфере. Там же, где есть строение или деревья, где воздух запылен, подобные эффекты обычно не возникают. В случае, описанном Баренцем, солнечный луч проходил в атмосфере 400-500 километров, как бы огибая земную поверхность. Сегодня это явление наука не только объяснила, но и научилась использовать в метеорологии, при изучении строения атмосферы, для оперативного определения характера распространения электромагнитных волн различных диапазонов. На фотографиях Солнца отчетливо видно, как его изображение сжимается по вертикали, когда лучи проходят низко над горизонтом. Иногда даже получаются своеобразные ступеньки, грибы и другие фигуры. Советскими учеными разработан метод, по которому с помощью ЭВМ рассчитываются изменения температуры и давления воздуха по высоте в зависимости от степени искажения изображения Солнца. Ученые полагают, что этот способ найдет применение для дистанционного измерения температуры и давления воздуха с помощью спутников. Так что фата Моргана начинает служить людям. Небесные сражения, как об этом уже говорилось, обычно происходили во время реальных боевых действий на Земле, или же когда все ждали необычных событий например, в середине XVII века, в пору гражданской войны в Англии. Причем мундиры солдат обычно соответствуют своей эпохе. Кавалькады появляются именно в то время, когда приняты были королевские выезды на охоту и прогулки. В прошлом или нынешнем веках, например, подобных сообщений не было. Стоит обратить внимание и на то, что великий перелет воздушных кораблей над Америкой в конце прошлого века совпадает по времени с самой настоящей воздушной лихорадкой. Сообщения о полетах дирижаблей в Европе и их изображения регулярно появлялись в американских газетах. Неудивительно, что любые подозрительные видения картины в небе отождествлялись с воздушными кораблями. Причем, если раньше, в средние века, видели только парусники или галеры с якорями, волочившимися по земле и тому подобное, то с появлением локомотивов и дирижаблей в показаниях очевидцев уже появляются ярко освещенные окна, иллюминаторы, прожектора, посадочные устройства. 700 лет назад небесный город — это непременно Иерусалим. Какой же другой город, кроме священного, может располагаться в небе? Позднее люди стали видеть коттеджи, утопающие в зелени, небоскребы. Не срабатывает ли здесь правило «вижу то, что знаю»? С точки зрения психолога интересен также такой факт. В октябре 1938 года по американскому радио была передана постановка театра «Меркьюри» По пьесе Уэлса ⁇ Война миров ⁇ Сделана она была в форме репортажа. Пять миллионов слушавших ее поняли, что это чистый вымысел. А вот миллиону эта фантастическая история показалась вполне реальной. Началась настоящая паника. И тысячи людей утверждали, что видели эти самые марсианские корабли и самих марсиан. Многие слышали орудийную стрельбу, а некоторые даже ощущали запах газа или дыма. Скоро все узнали истину, и хотя паника улеглась, страсти кипели еще много недель. Сотрудники Принстонского института общественного мнения США провели социологическое исследование происшедшего, и выяснилось, реакция на передачу «Война миров» как правило, зависело от уровня образования и склада характера. Чем уже был кругозор, тем легче человек начинал верить. Люди с солидным жизненным опытом были настроены более скептически и стремились проверить факты. Невежество, безволие, отсутствие уверенности в себе приводили к слепой вере в непререкаемость сообщаемых сведений. В случае с постановкой это проявилось особенно отчетливо. Псевдонаучный язык вымышленных ученых подействовал на слепых последователей веры в науку примерно так же, как в средние века действовали заклинания ведьм, колдунов, магов, проповеди священнослужителей. Надо еще учесть, что когда шла передача, оставалось меньше года до начала Второй мировой войны. Тревожные сообщения появлялись каждый день. Миллионы людей были настроены на неприятные события. Словом, мистификация удалась еще и потому, что почва для нее оказалась подготовленной. В общем, весьма закономерно можно задать вопрос. Не являются ли загадочные корабли инопланетян с сегодняшнего дня тем же, чем были летучие голландцы в прошлые века? Поиски Ноева ковчега Легенда о великом потопе, уничтожившем всех людей на Земле, кроме одной семьи, пожалуй, один из самых распространенных мифов, который известен и в Мексике, и в Южной Америке, и в других местах нашей планеты. А гора Арарат далеко не единственное место, где люди спасались от потопов. В ранних вавилонских рукписях упоминается, к примеру, гора Нисир в Месопотамии, в то время как мусульмане склонны считать убежищем для Ноева ковчега другую гору Джуди, расположенную южнее. Конечно же, в прошлом могло быть множество потопов и множество ковчегов, так что их вполне хватило бы для всех этих гор. Могло быть и так, что у того же Ноя под командой был не один ковчег, а целая флотилия. Первое из известных нам восхождений на гору Арарат совершено в 1829 году французом Фридрихом Парро. Он не искал ковчег и не нашел его. Однако он оставил свой след в науке, получившей название Ковчегология нарушив старинное табу, запрещавшее местным жителям подниматься на гору и открыв тем самым путь для дальнейших исследований. В 1876 году лорд Брайс обнаружил на горном уступе на высоте 13 тысяч футов кусок обработанного дерева длиною около 4 футов. Возможно, это было то самое сосновое или еловое дерево, из которого Ной строил свой ковчег. Лорд Брайс отрезал себе маленький кусочек в качестве сувенира. В 1892 году архидиакон Нури, один из ведущих священников Халдейской церкви, отправился в Армению на поиски ковчега. 25 апреля он приблизился к вершине Арарата. И, наконец-то, это свершилось. Как писал журнал «Английский механик» от 14 ноября 1892 года, Нури с замиранием сердца обошел большое деревянное судно, которое имели также возможность наблюдать пятеро или шестеро его спутников. Журнал продолжает. Он был почти в экстазе от обуревавших его чувств. По словам Нури, вид ковчега наполнил его радостью и благодарностью к Всевышнему, ведь подтверждалась истина священного Писания, в которой он не сомневался, но которое нуждалось в подтверждении для убеждения маловеров. Находка Нури, безусловно, не являлась первым открытием Ноева ковчега на Арарате, так как в соборе монастыря в Эчмиадзине резиденции армянского католикоса, хранится небольшой кусочек дерева, реликвия, привезенная из гораздо более ранней экспедиции, предпринятой одним монахом во времена святого Григория Просветителя. Говорят, что он предпринимал несколько попыток взобраться на гору, но каждый раз, поднявшись на некоторую высоту, странным образом засыпал. А проснувшись, обнаруживал себя уже в монастыре внизу. В конце концов глаз свыше сообщил ему, что вершина Арарата, где лежит ковчег, это запретная территория. Но в то же время в виде награды за его настойчивость ему был обещан небольшой кусочек дерева, из которого строился ковчег. Этот кусок, впоследствии полученный им, сегодня является главной реликвией монастыря в Эчмиадзине. Во время восхождения монаха на Арарат представление о том, что ковчег находится на вершине этой горы, было традиционным. Еще в 275 году до нашей эры вавилонский историк — чье свидетельство сохранилось в трудах более поздних греческих авторов, писал, что ковчег Ксисутраса этого вавилонского Ноя все еще можно видеть в Курдских горах Армении, и люди отдирают смолу, чтобы использовать ее как противоядие или амулет. Большой стимул для развития ковчегологии дало использование авиации. Русский пилот Расковицкий в 1916 году сообщил, что видел большое судно, лежащее на склонах Арарат. Царское правительство отправило на Арарат экспедицию, которая обнаружила то, что в официальных сводках именовалось ковчегом. К несчастью, отчет экспедиции был утерян годом позже во время революции. Такого рода потери — нередкость для ковчегологии. Статья в американском журнале Christian Geralt, август 1975 года, содержит следующий рассказ об одном армянине и утерянные газетные вырезки. Этот армянин, который умер в Америке в 1920 году, рассказывал людям, что в 1856 году, когда он был молодым человеком и жил возле Арарата, Три безбожника-иностранца наняли его и его отца, чтобы он провел их к вершине горы. Это была экспедиция с целью опровергнуть существование библейского ковчега. К своему разочарованию они обнаружили ковчег. Сначала они попытались его уничтожить, но у них ничего не вышло, потому что он был чересчур большим. Тогда они поклялись, и заставили своих проводников поклясться вместе с ними, что никогда и никому ничего не расскажут о своей находке. Утерянная газетная заметка, о которой упоминали несколько людей, ее видели, но никто так и не смог ее предъявить, сообщала о предсмертном признании одного британского ученого, подтверждавшего рассказ армянина. Другое свидетельство в пользу существования ковчега также имело не слишком счастливую судьбу. На сей раз речь шла о шести весьма четких фотографиях, снятых летом 1953 года с вертолета, который летел на высоте каких-нибудь ста футов над горой Арарат. Пилотом был американский нефтяник Джордж Джефферсон Грин. На фото ясно видны очертания того, что казалось Ноевым ковчегом, наполовину ушедшим в горные породы и лед, покрывавший край горного уступа. После этого полета и получения фотографий Грин пытался собрать экспедицию на Арарат, однако его замысел провалился. После его смерти в 1962 году фотографии пропали. Наибольшее число попыток добраться до Ноева ковчега приходится на период между концом Второй мировой войны и 1974 годом, когда турецкие власти запретили восхождение на Арарат под тем предлогом, что это, дескать, угрожает национальной безопасности. Так, например, летом 1949 года на гору отправились сразу целых две экспедиции. Доктор Смит, вышедший на покой миссионер из Северной Каролины, возглавил одну из них. Он отправился на Арарат с тремя другими спутниками после того, как у него было видение. Газета «Монт» от 24 сентября 1949 года сообщала, что собрать средства для его экспедиции было нетрудно, так как многие энтузиасты без колебаний продали свои предприятия, чтобы присоединиться к к экспедиции. Ноев ковчег, тем не менее, ими не был обнаружен. Но 31 августа французская Франсуар поместила сенсационное сообщение. Речь шла уже о другой экспедиции под заголовком ⁇ Мы видели Ноев ковчег, но не на горе Арарат ⁇ Речь шла о горе Джуди, на которой обнаружили весьма впечатляющих размеров, 500 футов длины, 80 футов ширины и 50 футов высоты, судно вместе с костями морских животных и неподалеку могилу Ноя. Эта находка принадлежит двум турецким журналистам, которые упоминали также о местной легенде, гласящей, что время от времени ковчег появляется в тамошних краях в виде корабля-призрака, покрытого слоем грязи. Из сообщения газеты не вполне ясно, видели ли журналисты действительный ковчег или его призрак. Экспедиции, отправляющиеся на поиски ковчега, в последнее время обычно начинаются у подножья Арарата, где расположен отель в Догубаэзите, в городке, населенном курдами. Владелец отеля Фархиддин Колан, настоящий знаток по части поисков ковчега, и выступают обычно в качестве проводника. На его глазах происходила экспедиция Рикера в 1952 году, успешная попытка Наварры в 1955 году и семь безуспешных попыток, предпринятых Джоном Либи за период до 1969 года. Бедняга Либи из Сан-Франциско впервые увидел точное расположение ковчега во сне, и посвятил его поискам всю свою жизнь. Разочарованный, он сложил оружие в возрасте 73 лет после целого ряда рискованных экспедиций, во время одной из которых, например, за ним гнался швырявший камнями медведь. Феномен в нашей коллекции поистине уникальный. Другое знакомое лицо на фоне араратского пейзажа принадлежит Эрилу Каммингсу великому патриарху ковчегологии, человеку, который, начиная с 1961 года, совершил 31 восхождение. Самым успешным ковчегологом можно считать на сегодняшний день Фернана Наварру, чья книга под названием «Ною в ковчег я его трогал» была опубликована в 1956 году на французском языке, а в 1974 году на английском языке из-под Глетчера и из под глетчера, из льда замерзшего озера на вершине Арарата, он извлек несколько досок обшивки судна и вытесанный в форме буквы «Г» брус. В 1969 году он возглавил экспедицию, средства для которой собрала американская организация «Серч». В результате было обнаружено еще несколько досок, образцы которых экспедиция взяла с собой. Исследования радиоуглеродным методом установили, что возраст дерева примерно 1400 лет. Хотя другие эксперты в лабораториях Бордо и Мадрида оспаривали этот вывод, полагая, что на результатах сказалось загрязнение дерева и народным изотопом С14. Полученный ими результат был близок к библейскому возрасту ковчега, то есть около пяти тысяч лет. В последние годы такие открытия стали довольно обычными событиями в ковчегологии. Похоже, что каждое новое открытие опровергает предыдущее. Мистер Джордж Бандеман, директор археологического исследовательского фонда Нью-Йорка, заявил, как писал журнал древности, что обработанное дерево, доставленное объединенной англо-американской экспедицией Сарарата, когда-то действительно было частью большой лодки. Еще сотни тонн той же самой древесины все еще покоятся под льдом. Однако эта древесина настолько тверда, что о нее ломаются даже электрические пилы. Мистер Бандеман, подсчитал, что по своим размерам этот ковчег равен двум третям размера знаменитого пассажирского лайнера «Куин Мэри», а это примерно соответствует размеру Ноева ковчега, если судить по описанию, содержащемуся в Библии. В нашем распоряжении есть также фотографии, сделанные со спутника, и воспроизводимые здесь из лондонской газеты «Дели Телеграф». 13 сентября 1965 года. По этому поводу сенатор Франк Мосс из Сенатской комиссии по космическим исследованиям заявил следующее. И размер и форма как раз подходят для ковчега. И, наконец, перед тем, как турецкие власти в 1974 году закрыли этот район как стратегический, Летом того же года состоялось сразу по меньшей мере восемь экспедиций в поисках ковчега. Один из руководителей соперничающих экспедиций, Том Кроцер, ветеран четырех предыдущих восхождений на Арарат, заявил следующее. «Да там этого дерева семьдесят тысяч тонн, клянусь своей головой!» Сан-Франциско-экзаменер, 29 июня 1974 года. По его словам, возраст уже найденной древесины колеблется между четырьмя и пятью тысячами лет, как свидетельствуют данные, полученные с помощью радиоуглеродного метода исследования. Иными словами, если судить по периоду времени после библейского потопа, то, как и в истории с лохнесским чудовищем или снежным человеком, Существование ковчега является скорее феноменологическим, чем физическим. Как и обычно в таких ситуациях, явления эти обрастают множеством легенд, сомнительными реликвиями и фотографиями, сообщениями типа «я это видел своими глазами», всем тем, что никак не тянет на серьезное научное доказательство. Тем не менее, люди продолжают мечтать найти Ноев ковчег, а некоторые все еще отправляются искать его. Что же касается самого Ноева Ковчега, то он отвечает на этот энтузиазм, являя похожие на сновидение свидетельство своего существования, которые, однако, никогда не обретают вида физической реальности. Притягательность этой темы для феноменологов в том, что ковчегология иллюстрирует одну из излюбленных нами тем тенденцию эксперимента оправдывать ожидания экспериментатора. На восхождение архидиакона Нурина Арарат и последовавшее затем открытие ковчега Чарльз Форд откликнулся следующим весьма уместным, на наш взгляд, комментарием. Я допускаю, что всякий, кто убежден в том, что на вершине горы Арарат имеются реликвии, должен лишь подняться на гору, чтобы найти как раз то, о чем можно сказать. Вот останки Ноева ковчега, пусть даже окаменелые. Если кто-то еще убежден, что тут совершена ошибка, и подниматься следовало на другую гору, скажем, Пайкс-Пик, то ему нужно только подняться на нее и сказать, что это самая добродетельная из всех земель и была когда-то святой землей. Комментарий доктора-геолога минералогических наук Рязанова. К легендам и мифам, сохранившимся в устных преданиях или записанным, в том числе в Библии, следует относиться с полной серьезностью и в то же время с осторожностью, с тем, чтобы реально оценить описанные там события и выявить, очистить от позднейших наслоений, содержащиеся в мифах, рациональное зерно. Можно привести десятки примеров, когда, казалось бы, совершенно невероятные мифы, предания — находили впоследствии точные научные подтверждения. Например, в конце прошлого века мало кто верил в достоверность событий Троянской войны, описанной Гомером, но любознательный немецкий юноша Шлиман, прочитав Илиаду, воскликнул «Я верю, что Троя существовала, и я ее найду». Посвятив поискам Трои большую часть своей жизни, он нашел ее. Другой пример — в Библии, в Ветхом Завете сказано, что в Египте в течение трех дней была ночь. Такое явление, казалось бы, противоречит здравому смыслу. Однако исследования последних десятилетий показали, что в Восточном Средиземном море на острове Санторин три с половиной тысячи лет назад, то есть в ту эпоху, которую, как считают, описывает Ветхий Завет, произошло грандиозное извержение вулкана сопровождавшаяся обильным пеплопадом. Известно, что во время катастрофических извержений пепел поднимается на высоту 30-50 километров и сплошь застилает небо. В это время становится темнее, чем в безлунную ночь. Очень вероятно, что описанная в Библии темнота, продолжавшаяся трое суток, была вызвана тепловой тучей вулкана Санторин. Кстати, с этой вулканической катастрофой многие современные исследователи связывают гибель Атлантиды. Несомненно, что и библейское сказание о потопе отражает реально случившееся природное явление. Научное истолкование библейских записей о потопе было сделано сто лет назад ученым-геологом Эдуардом Зюссом. В 1883 году вышла из печати первая книга его многотомного издания «Лик земли». В ней дан подробный и всесторонний анализ библейской легенды о всемирном потопе. Зюс показал, что непосредственным источником библейской легенды является ассирийский миф о Гильгамеше, записанный клинописью на глиняных табличках в 21 веке до нашей эры. Ассириец Утнапештим который спасся в ковчеге с различными животными, так рассказывает об этом событии Гильгамешу. «Я нагрузил его, ковчег, всем, что имел я. Нагрузил его всем, что имел серебра я. Нагрузил его всем, что имел я злато. Нагрузил его всем, что имел живой я твари. Поднял на корабль всю семью и род мой, скот степной и зверье, всех мастеров я поднял. Утром хлынул ливень, а ночью хлебный дождь я увидел воочию. Я взглянул на лицо погоды. Страшно глядеть на погоду было. У горы не цир. корабль остановился. Гора Ницир корабль удержала, не дает качаться. В описаниях потопа в Библии и в мифе о Гильгамеше нетрудно найти различия. Если в Библии ничего не говорится о ветре, сопровождавшем потоп, то в ассирийском источнике указания на ветер самые прямые. По-иному выглядит и длительность потопа. По Библии он длится почти год, по ассирийским источникам всего лишь семь дней. В то же время описание строительства ковчега, а также способ, с помощью которого утнапиштим иной определяли уровень падения воды совпадают. Первый выпускал из ковчега сначала голубя, который вернулся, не найдя места для отдыха, потом ласточку. Но и с той же целью выпускал ворона и дважды голубя. Удивительное сходство ассирийской легенды с библейской, доходящей до полного тождества отдельных выражений, указывает на то, что библейская версия есть лишь пересказ халдейского, ассирийского предания. Халдейская история не сводит потоп до скромных и вполне правдоподобных размеров. Дождь идет только семь дней. Вода не покрывает даже горы Ницир, высота которой около 400 метров. Остановка ковчега у горы Ницир, в то время, когда потоп достиг максимума, дает нам представление о высоте поднятия воды. Эта гора расположена в пределах Месопотамской низменности и достаточно подъема воды всего на 5-10 метров, чтобы вся низменность была залита водой, исключая названную гору. Зюс пришел к выводу, что под потопом нужно понимать случившееся в низовьях Ефрата опустошительное наводнение, вызванное циклоном, пришедшим с юга. Ну а как же быть с библейской версией — что Ноев ковчег пристал к вершине Арарата и что на этой горе находят обломки легендарного судна. Нетрудно заметить, что на библейской версии потопа лежит печать преувеличения последствий случившегося природного явления. Так продолжительность потопа растянута на целый год. Авторы библейской версии потопа, желая усилить его последствия, перенесли место действия с небольшого холма Ницир, на самую высокую гору Малой Азии — Арарат. — Позвольте, — воскликнет читатель, — ведь это всего лишь ваше предположение. А какие тому доказательства? — Доказательства есть. Как известно из геологии, если в каком-либо районе возник морской, озерный, речной бассейн, то после ухода воды, на том месте, где она была, остаются отложения, образовавшиеся в процессе осаждения из воды глины, карбонатные илы, а в прибрежной зоне пески и галечники. Самыми близкими к горе Арарат морскими бассейнами являются Каспийское и Черное моря. В Каспийском бассейне самый высокий уровень моря был в эпоху Хвалынской трансгрессии, примерно 10 тысяч лет назад. Тогда уровень Каспия достигал 46-48 метров абсолютной высоты около 75 метров над современным уровнем Каспия. Примерно на такую же высоту поднимался и уровень Черного моря. Таким образом, не только гора Арарат, но и все за не покрывалось морем в течение последнего миллиона лет. В районе горы Арарат известны морские отложения с возрастом не моложе 20 миллионов лет. Образовавшаяся тогда, когда гора Арарат еще не существовала. Поскольку очевидно, что море к Арарату в исторический период даже близко не подходило, нет оснований искать там, но и в ковчег. Доски и другие обломки дерева на вершине Арарата, возможно, и имеются, но занес их туда не потоп. Это могут быть остатки культовых построек древних людей поскольку гора с давних пор была объектом особого почитания окружающих народов. Следует отметить, что в Библии говорится о горах Араратских, а в ветхозаветные времена термин «Арарат» обозначал не горы, а область, соответствующую территории Армении. И лишь традиционные толкования более поздних времен связали местонахождение Ноева ковчега именно с горой Арарат. Упоминаемая в тексте гора Джуди, точнее Джебель Джуди, находится юго-восточнее озера Сиван. Она расположена на территории библейского Арарата. Поэтому понятна причина возникновения легенд, связанных с этой горой и ковчегом, о чем, кстати, совершенно правильно говорят авторы в начале главы. Другое дело — сообщение о судне впечатляющих размеров и могиле Ноя неподалеку. Это, несомненно, изложение местной легенды. Что касается сообщения о сотнях тонн древесины, покоящихся подо льдом, то, как удалось автору сообщения взвесить дерево подо льдом, эта загадка остается на его совести. И еще. В соборе Эчмиадзина Хранится не только кусочек дерева, но и копье, которым якобы проткнули грудь Христа. Однако установлено, что возраст их не более десяти веков. Жабы в камнях. В 1862 году на Большой лондонской выставке в ее восточном крыле демонстрировался любопытный экспонат, вызвавший много противоречивых мнений крупный кусок угля с четким отпечатком, напоминавшим контуры лягушки, и тело лягушки, найденное в пещере в каменноугольной шахте в Ньюпорте, Монмуртшир. «Таймс» опубликовал гневное письмо капитана Бакленда, обвинявшего дирекцию выставки в невероятном мошенничестве и потребовавшего, чтобы лягушка и кусок угля были изъяты. Он утверждал, что ни лягушка, ни жаба никак не могли выдержать температуру и давление, необходимые для образования угля на глубине свыше 300 футов, уже не говоря о миллионах лет, в течение которых лягушка якобы жила в замкнутом пространстве. В подтверждение этого он сослался на определенное мнение своего отца, настоятеля Вестминстерского аббатства, а также на письмо, полученное им от профессора Оуэна из Британского музея. Легендарную способность жаб жить замурованными в камне проверил в 1825 году доктор Фрэнк, автор книги Любопытные в природе». В двух каменных глыбах, одной из известняка, другой из песчаника, он сделал 12 ячеек, посадил по жабе в каждую ячейку, и потом плотно закрыл их листом стекла, за маской и строительным шифером. Затем он закопал обе глыбы на три фута в землю в саду. Через год он увидел, что все жабы в песчанике давно умерли, а большинство жаб в известняке были живы, причем две даже прибавили в весе. Это было, правда, отнесено за счет того, что, возможно, в ячейку через трещину в стекле проникали насекомые и так далее. Он повторил эксперимент, но на этот раз все жабы сдохли. 23 сентября 1862 года корреспондент Таймс написал об опыте Сегина во Франции, который замуровал 20 жаб в глыбе штукатурки. Через 12 лет он обнаружил, что 4 из них были все еще живы. Опираясь на действительно имевшие место случаи обнаружения замурованных жаб, мы хотели бы обратить внимание на одну подробность. Их находят в ячейках, которые полностью соответствуют их размерам, как литейная форма, как будто окружающий материал находился в пластичном состоянии, когда жаба в него попала. В книге Уильяма Говитта «История сверхъестественного» 1863 год. Отмечается. Теперь всем натуралистам известно, что жабы и лягушки, как и черепахи, змеи, сони и все виды насекомых, которые закапываются в землю или укрываются в тихих местах, где живут всю зиму без пищи, прячутся в землю или в грязь на дне прудов, чтобы перезимовать. Далее он пишет. Несколько лет тому назад я наблюдал в Фарнсфилде, Ноттингемшир, как чистили канаву. На дне под слоем грязи, глубиной более фута, которая по консистенции была как масло, на твердой земле под ней обнаружился слой лягушек. Это было необыкновенное зрелище. Десятки лягушек быстро просыпались и разбегались по сторонам в поисках нового убежища. Если эти лягушки смогли прожить шесть месяцев в почти что затвердевшем слое вязкой грязи, то почему бы им не прожить так шесть или любое другое количество лет? Со временем грязь превратилась бы в камень. Тогда остается вопрос, смогли бы замурованные лягушки выдержать давление и геологические отрезки времени, необходимые для образования горных пород, в которых их находят. Гневное письмо капитана Бакленда в «Таймс» привлекло внимание к другим людям, находившим лягушек в глыбах угля и других породах. Здесь мы приводим рассказы некоторых из них. Выдержка из статьи, опубликованной 31 октября 1862 года в Стэнфорд-Меркури, Линкольншир, Особенно интересно, поскольку в ней говорится, что животных обнаружили на глубине семи футов в скальном основании. Подобное совпадение весьма любопытно. Лягушки были найдены рабочими в грунте, который они выбирали при строительстве нового подвала в доме, находившемся в Спитлегате, Стэмфорд. Статья заканчивалась следующими словами. «Ни один факт не может быть установлен более полно и точно», чем этот. Пусть скептики говорят по этому поводу все, что им вздумается. Один корреспондент написал о жабе, найденной в мраморной плите от камина в замке Чилина. Это напоминает историю Уильяма Говита о каменном шаре, украшавшем сотни лет верхушку столба у ворот одного особняка. Когда он упал и раскололся, в его сердцевине была обнаружена живая жаба. В хрониках Гилберта Уайта тоже отмечается, что 25 мая 1776 года была найдена замурованная в камне жаба. Одним из первых известных рассказов очевидцев, зафиксированных в ежегоднике за 1761 год, является рассказ Амбруаза Паре, придворного хирурга короля Франции Генриха III, XVI век. Находясь в своей усадьбе около деревни Медон, я наблюдал за рабочими карьера, которые были наняты, чтобы разбить самые большие и твердые камни. В середине одного камня мы обнаружили огромную живую жабу. В камне не было никаких щелей, через которые она могла бы забраться внутрь. Рабочий рассказал мне, что он не в первый раз находит жаб и подобных им существ в крупных глыбах породы. В наше время случаи обнаружения в камне каких-либо других животных, кроме жаб, встречаются не так часто. Наши предшественники сталкивались с куда большим разнообразием таких находок. В вышеупомянутом издании ежегодника со ссылкой на работы Баптиста Фульгосы, Фрэнсиса Бекона, Агриколы, и горстия, кроме обычных жаб и лягушек, приводятся примеры находок змей, крабов и раков. Бекон Фрэнсис, 1561-1626, английский философ, родоначальник английского материализма, провозгласил целью науки увеличение власти человека над природой, новый органон, 1620 -й. Агрикола Микаэль около 1508 или 1510-1557 глава реформации Финляндии создал первый финский букварь 1542. Перевел Новый Завет. 1548. -й. В ежегоднике также сообщается потрясающий. Но, по-видимому, хорошо известный факт, что камни, которыми мастили набережную в Тулоне, часто раскалывались, и в них находили исключительно вкусных лангустов. В твердых глыбах, добывавшихся в карьере Анкона на Адриатике, находили небольших лангустов, живых и весьма приятных на вкус. Это явление включает не только случаи находок животных в камнях или горной породе. В книге «Естественная история Стаффордшира» 1686 год доктор Роберт Плот рассказывает о жабах, которых находили в деревьях и камнях. В записках Французской академии наук за 1719 год также отмечается, что в нижней части вяза размером с туловище крепкого мужчины на высоте 3-4 футов над корнями и точно в центре его ствола была найдена живая жаба среднего размера, худая, которая полностью заполняла все свободное пространство. Автор мог только предположить, что в результате исключительно единичного случая некоторое количество икры застряло в дереве и что жаба росла в дереве, питаясь его соком. Как только ствол вяза был расколот настолько, чтобы жаба могла выбраться наружу, она быстро спаслась бегством. Таким образом, было очевидно, что ее конечности не атрофировались в результате длительного заключения. Об этом случае вспомнили еще раз несколько лет спустя, когда в записках за 1731 год было сказано, что мсье Сейн из Нанта — представляет Академии точно такой же факт, за тем исключением, что вместо вяза был дуб еще большего размера, что делает эту загадку более таинственной. Мы хотели бы также остановиться на отдельных случаях падения с неба животных, закованных в лед. Например, как сообщила в мае 1894 года Мансли Уэзер Ревью, во время града, который прошел в Бовингтоне, Миссисипи, на землю упала черепаха гофер размером 6 на 8 дюймов, покрытая со всех сторон льдом. В июне 1882 года этот журнал сообщил, что бригадир сталелитейного завода «Новелти» в Дюбуке, штат Айова, наблюдал 16 июня после града таяние двух градин, из которых появились маленькие живые лягушата. В одном из своих писем, цитируемых Говитом, священник Ричард Кобальт писал, что в феврале 1818 года в Канус колледже Кембридж он присутствовал на лекции известного геолога доктора Кларка, который был свидетелем того, как его друг проводил работы в меловом карьере в поисках окаменелостей. К его удовлетворению на глубине 45 футов рабочие наткнулись на слой окаменелых морских ежей и тритонов. Но когда три живых существа выкарабкались из глыбы мела, его удивлению не было конца. Он поместил их на лист бумаги на солнечный свет. Все присутствовавшие с еще большим удивлением смотрели, как они зашевелились. Два существа, которых демонстрировали на лекции, позже погибли. А третье, когда его опустили в воду, стало резвиться и крутиться, как будто оно никогда не находилось в состоянии спячки. Причем так активно, что в конце концов убежало. Доктор Кларк и его коллега собрали образцы всех видов тритонов, водившихся в том районе, но ни один из них не был похож на тех трех оживших. Они принадлежали к полностью вымершему ранее неизвестному виду, — писал Кобальт. Доктор Кларк рассказывал о них с особым удовольствием. Те из наших читателей, кого не смутил вышеупомянутый случай, могут подумать над следующим примером, который в нашем сборнике, пожалуй, является самым ужасным. Во Франции в начале 1856 года в ходе строительства железной дороги между Сан-Дизье и Нанси. Рабочие прокладывали с помощью взрывчатки туннель через скальную породу. Когда они раскололи огромный валун, из находившейся в нем каверны появилось чудовищное животное, которое немощно взмахнуло крыльями, издало жуткий крик и испустило дух. Оно было размером с большого гуся имела отвратительную голову и острые зубы. У него было четыре длинных пальца, соединенных перепонками и оканчивавшихся длинными изогнутыми когтями. Туловище было лиловато-синего цвета, кожа толстая и маслянистая. Эту ожившую окаменелость отправили в город Гре, где искушенный в вопросах палеонтологии натуралист немедленно определил, что животное принадлежит к роду Птеродактилус — Анос. Камень был классифицирован как Нижняя Юра, юрский известняк, что совпадает с периодом, когда эти существа обитали на земле. Полость в камне образовала точный слепок его туловища, что указывает на то, что это существо со всех сторон было плотно окружено материалом осадочных пород. Все это взято из Illustrated London News от 9 февраля 1856 года, который ссылался на первоначальные сообщения, опубликованные в пресс Грелуа. Помня о том, что вызывающие смущение вещественные доказательства имеют обыкновение пропадать, мы бы удивились, узнав, что тот же самый случай был описан еще в каком-либо источнике. Видимо, этот вызывающий предсмертный хрип — в какой-то степени может послужить адекватным ответом капитану Бакленду и иже с ним. Редактору газеты «Таймс». Сэр, П. Автор опубликованного в вашей газете в прошлую пятницу письма требует изъять из экспозиции международной выставки живую лягушку, которая, как говорят, была найдена замурованной в куске угля. Он также обвиняет дирекцию выставки в мошенничестве, а ее организаторов, в особенности лорда Гренвилла, в доверчивости или невнимательности. Единственным основанием подобных выводов служит всего лишь его мнение, что лягушка не могла оставаться живой в течение нескольких тысяч лет глубоко под землей, выдерживая такое огромное давление, как о нем говорят. Я со своей стороны, однако, могу доказать, что мнение этого автора неверно, и буду весьма признателен, если вы позволите мне это сделать. Первое. Моя супруга готова показать, что много лет тому назад она видела, как один работник ее отца расколол кусок угля и обнаружил в его сердцевине живую лягушку или жабу, она не вполне уверена, что это было, средних размеров, способную двигаться. Она ясно помнит, что внутренняя поверхность полости, где находилось животное, имела овальную форму и была гладкой. Второе. Самуэль Гудвин, каменщик, которого я лично знаю последние 25 лет и который имеет добрую репутацию, сообщает следующее. Когда я работал с Чарльзом Олдриджем в карьере Кэтлбрук, мы пилили камень диаметром около четырех футов, выглядевший монолитным. Но в его середине оказалась полость размером в два моих кулака, в которой находилась жаба размером с кулак. После того, как мы ее достали, она прожила около получаса и потом умерла. Мы обработали этот камень, который позже был использован при строительстве цоколя ратуши в Бирмингеме. Я полагаю, вышесказанное побудет П. принести свои извинения тому, кто представил лягушку для экспозиции, а также организаторам выставки. С уважением, Джон Скотт. Угольные склады Лилишелл. Большая западная магистраль. Пэддингтон. 17 сентября. Мумифицированная лягушка. Не так давно сотрудник Министерства геологии США Джеймс Стивенсон навестил меня в форте Уингейт и обратил мое внимание на любопытный образец, который оказался у него в ходе недавнего путешествия, которое он совершил по месторождениям угля на севере штата Пенсильвания. Этот образец представлял из себя мумифицированную лягушку, найденную в угольной шахте графства Маклин, штат Пенсильвания. Стивенсон также передал мне для настоящей публикации вырезку из местной газеты с отчетом об этом случае, которую я ниже полностью привожу. Ее автор пишет следующее. Одна из самых любопытных находок, сделанных за последнее время в нашей местности, может оказаться весьма ценным материалом для научных и исторических исследований. Она была обнаружена... 14-летним Эдди Маршем, сыном Марша, бухгалтера компании Стивенсон Бразерс. Разозлившись, что огонь в печке горел слишком слабо, Эдди схватил кочергу и стал ворошить уголь. Он решил расколоть один большой, медленно горевший кусок. После удара кусок с шумом разломился. Несколько мелких обломков вылетело из печи подхватив один обломок, чтобы бросить его обратно в печь. Мальчик обратил внимание, что он был слишком легким. Рассмотрев его, он увидел, что это было не что иное, как лягушка. Вчера вечером эту любопытную вещь осмотрело много людей. Лягушка находилась в центре большого куска угля, причем, когда его открывали, ее ложе было ясно видно. Этот кусок был вырублен в третьей угольной шахте, графство Маклин, и поднят с глубины 541 фут. Лягушка, по всей видимости, еще не успела окаменеть. Она усохла в два раза по сравнению с размерами живой лягушки. Ее туловище легкое и мягкое. Комментарий доктора биологических наук Сергеева. Обнаружение остатков животных, замурованных в толще земных пород, — вещь достаточно обыденная. На таких находках основывается палеонтология. Однако речь в этом случае идет лишь об окаменелостях, костях животных, их раковинах или панцирях, и лишь в очень редких случаях о мумифицированных трупах. В Зоологическом музее Академии наук СССР в Ленинграде хранятся две крупнейшие находки. Полностью сохранившийся труп березовского мамонта и мамонтенка, в шутку названного первооткрывателями Димой. Они были найдены в слое вечной мерзлоты на достаточно большой глубине. Весьма обычны находки насекомых и других мелких животных, замурованных в смолу хвойных деревьев, позже превратившуюся в янтарь. И только в отношении амфибий и отчасти рептилий есть сообщение, что они якобы способны жить в тесном заточении, замурованными в глыбу известняка, мрамора, каменного угля или льда, и существовать в таком состоянии не недели, месяцы или годы, а миллионы лет. На чем основываются подобные предположения? Многие амфибии постоянно живут в земле или находят там убежище иногда на весьма значительный срок. В земле они добывают себе пропитание, зарываются в нее в случае опасности или при наступлении неблагоприятных условий жизни. Натуралисты сумели убедиться в этом лишь в середине XIX века. В числе постоянных жителей подземелий в первую очередь хочется назвать безногих земноводных жителей тропиков — червяк, внешне действительно похожих на червей, только очень крупных, достигающих в длину 45-120 сантиметров. Они прокладывают себе ходы во влажной почве тем же способом, что и дождевые черви. Среди наших амфибий тоже есть неплохие землекопы. Это желтобрюхая и краснобрюхая жирлянки. В случае опасности эти небольшие существа, энергично работая задними ногами, прямо на глазах исчезают в мягком грунте. Сирийские чесночницы, обитающие кое-где в Армении, ежедневно ранним утром роют себе дневное убежище в не очень податливом грунте. И если на их территории нет подходящего водоема, а Армения водоемами не богат, здесь же в земле проводят холодную зиму. Даже типично водные амфибии способны надолго зарываться в землю. Своеобразная североамериканская саламандра, карликовый сирен, при пересыхании родного водоема зарывается в прибрежный грунт и образует слизистый кокон, покрывающие все тело кроме ротового отверстия. Подсохнув, кокон предохраняет животное от дальнейшего высыхания. Засуху переносят лишь хорошо упитанные экземпляры, у которых пятая часть массы приходится на жир. Он используется в период длительной спячки, во время которой животным приходится довольствоваться лишь той водой, которая образуется при окислении жира спячка может продолжаться больше года. Амфибии способны обходиться удивительно малым количеством пищи и переносить длительные голодовки. Североамериканские лапотоноги активный образ жизни ведут от силы 1-2 месяца в году. Если норному лапотоногу посчастливится до отвала наесться термитами, весьма калорийной пищей, то одного обеда вполне хватает на 10 месяцев спячки. Если период засухи затягивается еще на год, лопата ног перенесет и его, питаясь протеинами собственного тела, в первую очередь второстепенными мышцами. Длительные голодовки возможны благодаря тому, что во время спячки у животных резко сокращается обмен веществ. Соответственно, сокращается потребление кислорода. Наши северные лягушки Около семи месяцев в году проводят зарывшись выл на дне водоемов. В этот период они не питаются и обходятся весьма незначительными количествами кислорода, которого в толще ила совсем немного. Даже вне периодов спячки амфибии лучше других существ, приспособленных к недостатку кислорода. Когда им приходится интенсивно двигаться, плохо развитые легкие, не успевают снабжать организм необходимым количеством кислорода. В этом случае характер окислительных процессов у них меняется. Теперь они осуществляются не за счет присоединения кислорода, а путем отщепления водорода. В результате в организме накапливается много недоокисленных продуктов, главным образом молочной кислоты. Ее тоже необходимо окислить, но это можно сделать позже, когда удастся добыть нужное количество кислорода. Амфибии больше других животных страдают от недостатка влаги. Однако пить они не умеют. Всю необходимую им воду животные впитывают через кожу. Для этого им не обязательно окунаться в водоем. Достаточно прижаться к чуть влажной почве и, как промокашка, впитывать ее влагу. Водозаборниками служат специальные участки кожи на животе и в паху, так называемое тазовое пятно, богато снабженное кровеносными сосудами. Леопардовая лягушка при 10% влажности почвы, всасывая влагу, за 4 дня увеличивает свой вес на одну треть. Воду можно добыть и из камня. Ученые Томского университета доказали, что поры всех, без исключения горных пород, содержат каменную воду или поровые растворы. Точнее, их следовало бы назвать живой водой, так как здесь живут и размножаются различные микроорганизмы. Таким образом, замурованные в камне лягушки не должны страдать от недостатка воды и даже могут от этого же камня получить некоторое количество пищи. Правда, неясно, каким образом каменные микроорганизмы могут попасть в желудок лягушки, раз у амфибии нет привычки пить. Все вышеперечисленное дает основание считать, что амфибии могут некоторое время существовать в замурованном виде. Однако не слишком долго. Более достоверными представляются случаи вмерзания амфибий в лед. Благодаря снижению температуры тела они впадают в состояние анабиоза, в котором могут находиться достаточно долго. Лягушки и тритоны способны выжить, если температура льда остается близкой к нулю. Несколько лет назад на севере нашей страны на глубине 11 метров был найден вмерзший в лед углозуб. После осторожного оттаивания тритон выглядел совершенно нормально — с удовольствием ел мух и тараканов. Возраст льда, в котором был найден углозуб, оценен в сто лет. Однако ученые убеждены в невозможности столь длительного анабиоза. В связи с этим было высказано предположение, что углозуб просто провалился в глубокую трещину во льду и пробыл там недолго. На глубине 11 метров не должно быть особенно холодно, а у глазубы, по некоторым наблюдениям, переносят охлаждение от минус шести и при нуле еще сохраняют активность. Итак, многие особенности поведения, способность забиваться в щели и глубокие норы, зарываться в землю или в ил на дне водоемов и, впадая в анабиоз, резко снижать расход кислорода, воды и энергетических ресурсов, позволяют амфибиям находиться в таком состоянии многие месяцы и даже годы, что могло дать повод для возникновения предположений об их способности проводить замурованными в камне или в толще каменноугольных пластов тысячи и даже миллионы лет. Но современная наука отрицает подобную возможность. Неизвестно ни одного случая столь большой продолжительности жизни животных, даже в условиях анабиоза. Достоверность случаев, описанных в данной главе, сомнительна еще и потому, что сообщения о новых находках практически отсутствуют, а те, что были сделаны полтора столетия назад, не подтверждены последующими исследованиями. Не определена видовая принадлежность каменноугольных и каменных лягушек хотя ученые того времени отлично справились бы с этой задачей. Кстати сказать, их не могла не заинтересовать древняя ископаемая амфибия. В настоящее время разработаны радиоуглеродные и другие методы исследования, позволяющие достаточно точно определить возраст находок. Это могло бы быть сделано и сегодня по музейным препаратам, и если бы древность находок подтвердилась, многие разделы биологии претерпели бы серьезные изменения. В настоящее время вопросы анабиоза привлекают внимание огромного числа исследователей. Они имеют для нас не только чисто теоретическое, но и огромное практическое значение. Что касается найденного в валуне птеродактиля, который немощно взмахнул крыльями, издал жуткий крик и издох, то это не более чем самая обычная газетная утка. Несомненно, если бы такое существо было обнаружено в действительности, наука даже того времени не смогла бы пройти мимо столь выдающегося события. Поэтому не случайно слова автора о том, что вещественные доказательства подобного рода имеют обыкновение исчезать. Но дело в том, что их просто не существовало полая земля. Мы собрали многочисленные сообщения, свидетельства, легенды, поверья, в которых говорится, будто наша земля является полой, и внутри ее существует живой мир. Это доказывалось многими авторами, и мы относимся к их аргументам с таким же вниманием, с каким встречаем и любую другую ересь, или наоборот, выводы научных ортодоксов. Но, признаться, нас гораздо больше интересует доказательства, чем древность подобных взглядов на нашу планету, их повторяемость в разные периоды развития человечества и те феномены, с которыми ассоциируются представления о полой Земле. Существуют или существовали ли человеческие или иные существа под поверхностью нашей Земли? возможно, связанные со значительными глубинами. Многие древние цивилизации основывались на представлении о том, что такие существа действительно обитали под землей, являясь хранителями сокровищ и величайших тайн, выдать которые мог заставить их только чародей, обладавший магическим даром. Посвящение в тайну означало, что кандидату надлежит спуститься в сокровищницу, находящуюся глубоко под землей, и столкнуться там с подземными обитателями, столь же чудовищными, как самые страшные существа в романе «Лавкрафт». Американский писатель-фантаст. Естественно, что встреча с подобными монстрами не проходила даром. Люди либо сходили с ума, либо становились пророками. Иногда с ними происходило и то, и другое. Существа, населявшие подземные царства, например, Тартар или Гадес, представлялись в виде смешения душ мертвых и духов стихии, мир которых имел множество точек соприкосновения с жизнью на поверхности земли. Если хоть сколько-нибудь верить древним мифам и историям, когда-то существовало весьма интенсивное общение между нижним и верхним мирами, так что люди могли перемещаться из одного в другой. Здесь уместно, к примеру, вспомнить одну старинную ирландскую легенду, утверждавшую, что когда-то в давние времена между милетами, древнее название ирландцев, с одной стороны, и местным народом, Туатха, Деданан, буквально «дети богини». С другой шла борьба за право владения страной, а дети богини обладали якобы магическим искусством. В конце концов она была поделена между ними, и победители Мелеты взяли себе верхнюю половину, изгнав более древний народ в страну, находившуюся под землей. Там последние объединились с гномами и в этом обличье предстают перед всеми поколениями ирландцев. Смотрите главу «Маленькие люди». В мировом фольклоре спуск в подземные кладовые, как и встречи с существами из недр земли, являются привычными сюжетами. Всякий раз, когда мы хотим найти свидетельство в поддержку этого, мы наталкиваемся на величайший, и самый тщательно скрываемый археологический секрет, а именно существование обширной, необъяснимой, разветвленной системы туннелей, частично искусственного, а частично природного происхождения под поверхностью значительной части территории нашей Земли. Повсюду в Британии и Ирландии встречаешься с легендами, сообщениями и реликвиями, связанными с подземными путями, соединяющими древние священные места в любом регионе этих стран. В книге Баренгульда «Горные замки и пещерные постройки в Европе» содержатся поразительные сведения о разветвленной структуре пещеры туннелей под поверхностью Франции и ряда других стран. В смутные времена европейцы искали убежище под землей. С какой же целью эти убежища создавались. Их первоначальная мистическая цель была каким-то образом связана с заклинаниями духов или существ, обитавших под землей в так называемом Нижнем мире. В книге Гарольда Бейли «Древнейшая Англия», 1919 год, содержатся сведения, полученные от первых путешественников по великим тоннелям, проходящим под значительной частью территории всей Африки, включая тоннель под рекой Каома. Об этом последнем подземные путешественники говорили так. Он столь длинный, что каравану потребовалось время с восхода солнца до полудня, чтобы пройти его целиком. В июле 1976 года пришло сообщение об экспедиции, финансируемой военным ведомством и отправляющиеся в Южную Америку ванды с двойной целью. С одной стороны, исследовать загадку технически невозможных древних каменных городов высоко в горах, и с другой — изучить обширную сеть таинственных туннелей, которые, как говорят, проходят под всей горной цепью Ант. Если бы мы захотели доказать существование животного мира, находящегося под нашим собственным, нам не составило бы ни малейшего труда указать на входы в подземные царство, и при этом у нас не было бы недостатков в свидетельствах былых контактов между людьми и подземными жителями. Именно для того чтобы утвердить древние верования о полой земле, Уильям Рид и написал в 1906 году свою книгу « Полюса призраки. В самом начале книги он заявляет. Я уверен, что земля не только полая, но что все или почти все исследователи провели много времени за последней чертой земли, заглянув тем самым в ее внутренности. У каждого из полюсов, как пытался доказать Рид, имеется большая дыра, в которую невольно затягивает всех полярных исследователей многие из них, включая Пири, Франклина, Нансена и Халла, проникли довольно глубоко в недра подземного мира. И Рид нашел много свидетельств этого в их записках, что подтверждает, по его мнению, выдвигаемую им теорию. Взять, к примеру, их сообщение о потеплении атмосферы по мере приближения к полюсу, о полярных территориях, покрытых зеленью и кишащих животными, о деревьях и растительности, плывущих вдали от известных районов их произрастания. Эти сообщения сопоставляются автором книги со случаями неправильного поведения магнитной стрелки компаса и с наблюдавшимися в этих районах фактами северного сияния. Как он считал, оно являлось отражением света, идущего из недр Земли. Все эти явления, считал Рид, доказывают существование внутреннего мира Земли. Авторы более позднего времени, также и не с меньшим энтузиазмом, пытались уверить нас в истинности этой версии. Много писалось, в частности, по поводу странной воздушной экспедиции адмирала Берда в Антарктику, во время которой 13 января 1956 года по радио было объявлено, что экспедиция проникла в район, расположенный в 2300 милях за Южным полюсом. После повторного полета адмирал сделал загадочное заявление. Я хотел бы, сказал он, увидеть Землю за Северным полюсом. Эта Земля ⁇ центр того, что называют Великим Неизвестным. Редактор американского журнала «Летающие тарелки» Реймонд Палмер немало постарался для того, чтобы продвинуть теорию о пустотелости Земли, показывая, что внутренняя ее сфера — это гораздо более вероятный источник таинственного свечения и НЛО, чем космос. Патриарх уфологии от английской аббревиатуры UFO неопознанный летающий объект, летающая тарелка. Бринслей Лепуэр Тренч недавно также стал приверженцем этой теории, свидетельством чего является его книга «Тайна веков» НЛО «Из-под земли». В ней он рисует ужасающую картину, давая выход своего рода художественной паранойи. Автор высказывает предположение, что многие из феноменальных явлений, с которыми мы сталкиваемся, обязаны своим происхождением подземному царству и намекает на имеющиеся у него свидетельства о том, что подземные жители, возможно, уже заняты подготовкой военной операции против наземного мира. В теории пустотелой Земли есть многое, что вызывает всеобщий интерес, но в наш век, век спутников, мы не можем недооценивать силу военной тайны и не сомневаемся в том, что из официальных отчетов экспедиции адмирала Берда многое было изъят. Если говорить серьезно, то, как убеждены феноменалисты, существует определенная взаимосвязь между образованием трещин в земной коре и появлением монстров, фантомов и всякого рода таинственных огней. Озеро Лохнес кстати, расположена на геологической трещине, проходящей через Шотландию, а чудовище из болота Болинас в Калифорнии живет как раз на линии разлома, идущей к северу от Сан-Франциско. На этой же территории обитает и другой монстр волосатый Бигфут. В журнале Flying Saucer Review Появилось уже несколько статей, указывающих на привлекательность для НЛО районов геологических разломов. Нам представляется важным это скопление фантомов вокруг ущелий и пещер – этих традиционных ворот в подземное царство. Возможно, они действительно нужны для проходов в ту и другую сторону. Если мы предположим как это делали до нас столь много и сумасшедших, и великих людей, что в подземном мире существует своя жизнь, иногда пересекающаяся с наземной, то целый ряд феноменов, о которых идет речь в книге, сразу же станет куда понятнее. А тем, кто слишком робок, чтобы допустить существование полой земли, мы напомним резонный ответ, который дал Уильям Рид на свой же собственный вопрос — каким доказательством мы располагаем, что земля не полая. Вот что он ответил. У нас нет доказательств, ни прямых, ни косвенных. Напротив, все указывает, что она полая. Комментарий доктора-геолога минералогических наук Крылова. Говорить о том, что ниже поверхности Земли могут обитать живые существа, это означает попросту ломиться в открытую дверь. Крот — подземный житель, как и червяки, которыми он питается. Вопрос о том, какие живые существа и насколько глубоко могут опускаться ниже поверхности земли. А это зависит от условий, существующих в разных местах земного шара, на разных глубинах. Такие данные о температуре, давлении и плотности пород, составляющих нашу планету — приведем позже. А пока оставим в стороне тьму низких истин и рассмотрим легенды, связанные с подземным миром. Возникли они давно и абсолютно закономерно. Конечно же, ниже земной поверхности есть многочисленные подземные залы, соединенные длинными ходами и коридорами. Такие естественные пустоты в земных недрах обычно именуются пещерами. Их образование связано с тем, что вода, просачиваясь с поверхности, в том числе и по плоскостям геологических трещин и разломов, размывает и растворяет некоторые горные породы, известняки, доломиты, гипсы и потихоньку прорезает, точнее промывает себе дорогу. Самая длинная из изученных пока пещер — Мамонтовая пещера в штате Кентукки, США — она имеет, по данным 1978 года, систему залов, галерей и ходов, учитывая только нанесенные на карту, суммарной длиной 181,44 мили, около 300 километров. Самая глубокая пещера, более 1300 метров, находится в Пиренеях, вблизи границы Франции и Испании. О размерах подземных залов можно судить потому, что в Испании, вблизи Малаги, обнаружен сталактит — естественная каменная сосулька, свисающая с потолка, длиной около 60 метров. А во Франции известен сталагмит — натечное образование, нарастающее на полу пещеры высотой до 30 метров. Легенды о гигантских чудовищах, обитавших в таких пещерах, тоже не лишены исторического основания. Многим, особенно хищным обитателям пещер, был свойствен гигантизм. Пещерный лев и пещерный медведь значительно превосходили размерами своих наземных сородичей. Сейчас они полностью вымерли, но наши давние предки могли встречаться с ними и сохранить мрачные воспоминания не только в легендах, но и в генетической памяти так, совсем еще маленький, неопытный и доверчивый котенок, пугается запаха собаки, а городская, вполне благополучно живущая собака, приходит в ужас, наталкиваясь случайно на волчий след при каких-нибудь загородных поездках с хозяевами. Сейчас в пещерах обитает, временно или постоянно, немало живых существ. Люди, в частности исследователи пещер, спелеологи, птицы, летучие мыши, присмыкающиеся, земноводные рыбы, членистоногие и другие. Для постоянных подземных обитателей характерно отсутствие пигментации и практически полная утрата зрения. Существует специальная наука о пещерах, спелеология, которая пока больше, чем любая другая, опирается на поистине героический энтузиазм ее тружеников. Спелеолог должен быть и альпинистом, и аквалангистом, и биологом, и геологом, и обладать еще массой совершенно необходимых знаний и личных качеств. Даже в наши дни изучение пещер связано с огромным риском. Что же говорить о древних энтузиастах, уходивших в этот подземный мир и далеко не всегда возвращавшихся обратно. Как должны были потрясать и размеры, и внутреннее убранство подземных дворцов, воображение людей, попадавших в эти глубины еще на заре цивилизации. Напомним, кстати, что именно пещеры были первыми жилищами человека. Искусственные подземные галереи и залы связаны чаще всего с добычей полезных ископаемых, и в частности, строительного камня например, знаменитые одесские катакомбы. Со времен египетских фараонов и древних греков стали прокладываться и подземные коридоры, по которым можно было пройти из одного помещения в другое, или, обманув осаждающего замок или город врага, выйти из-под земли в его глубоком тылу и неожиданно ударить в спину сталкиваясь где-нибудь в Андах или в Юго-Восточной Азии с грандиозными храмами, дворцами, пирамидами, сложенными из гигантских блоков или вырубленными в монолитных скалах, можно не без оснований предположить наличие около них и достаточно протяженных подземных ходов. Представления о гигантских богатствах, таящихся в пещерах, тоже не лишены основания. Во-первых, о кладах, спрятанных людьми. Конечно, гораздо надежнее упрятать сундуки с награбленным или гораздо реже заработанным не на чердак, не в стену дома, который может сгореть или быть разрушен, и даже не в подвал, куда тоже могут забраться грабители, а в потаенную, известную только владельцу, комнатку под землей. Но земные недра таят и иные естественные клады. Ведь именно из-под земли, вот уже почти три тысячелетия, человек добывает многие полезные ископаемые, пробивая с огромным трудом шахту или штольню, скажем, к золотой жили, почему бы не помечтать, что скала сможет открыться по приказу какого-нибудь волшебника, отдавая счастливцу свои сокровища? Тем более, что красота подземных залов действительно потрясает. Новоафонская пещера под Сухуми специально оборудована для посещения экскурсантами. И пусть все ее сказочные украшения образованы простым кальцитом, они незабываемы. А если вообразить, что они могли быть сложены другими минералами, в том числе и самородными благородными металлами, и кто их хозяин? Добрые гномы? Тролли? Хозяйка Медной горы? Здесь следует напомнить, что именно в землю большинство народов мира опускают своих умерших, веря в их возможную загробную жизнь. Вот вам и истоки легенд о подземных царствах духов, в том числе об Аде с его жаровнями и чертями. Ведь именно из-под земли выплескивалась лава и летел раскаленный пепел, засыпавший целые города. Кто же, как не дьявол, может управлять таким хозяйством? Теперь о полюсах. Сейчас, когда полеты через Северный полюс стали обычным делом, вряд ли стоит серьезно разбирать гипотезы, существовавшие в начале нашего века, пусть даже очень интересно изложенные в блестяще написанных книгах. На Южном полюсе находится постоянная научная станция Амундсен-Скотт а к Северному полюсу можно в случае надобности дойти на лыжах, доплыть на ледоколе, не говоря уж о более быстрых транспортных средствах самолете и вертолете. При этом вы окажетесь ближе всех других людей к центру Земли. И не нужно будет опускаться ни в какие фантастические дыры. Дело в том, что Земля имеет не совсем шарообразную, а упрощенно говоря, форму слегка сплюснутого помидора —

Правильные и указания о потеплении при движении к полюсу. Естественно, потепление весьма относительным. Дело в том, что полюса холода не совпадают с полюсами географическими. И если в самое холодное время года двигаться от Верхоянска к северному полюсу, а от станции Восток к Южному, то будет становиться заметно теплее. Впрочем, не настолько, чтобы зацвели сады, даже фантастические. Если и проплывет у Северного полюса дерево, вмерзшее в лед, то оно будет иметь вполне земное происхождение. Именно так проплывали рядом с полюсом, вместе с дрейфующими льдами, и закованный в лед пароход Георгий Седов, и советские дрейфующие полярные станции. Если же вернуться к легендам о путешествиях внутрь Земли, то, пожалуй, наиболее эффектно этот путь описан в фантастическом романе известного советского геолога, академика Обручева, Плутония. Надо только допустить, что поверхность земного шара устроена по типу знаменитой ленты Мебиуса. Двигаясь по ней, вы сможете побывать и на наружной ее поверхности, и на внутренней. Теперь несколько достаточно скучных сухих фактов. Мы знаем о строении Земли и очень много, и совсем недостаточно. Пока что мы можем потрогать руками только очень тоненькую корочку вблизи земной поверхности. Высочайшая вершина Земли Джамалунгма, Эверест, имеет высоту 8848 метров. А самая глубокая разведочная скважина — она пробурена на Кольском полуострове, углубилась в земные недра примерно на 12 километров. Сложив эти цифры, мы увидим, что имеем возможность непосредственного изучения приповерхностного слоя планеты толщиной всего около 20 километров. А что же находится ниже? На помощь приходят исследования с помощью физических методов в первую очередь сейсмических. Упругие колебания, возникающие у земной поверхности от сильных толчков, взрывы, землетрясения, распространяются в земные глубины, меняют скорость на различных уровнях, отражаются от поверхностей, разделов слоев, имеющих разные физические свойства, и фиксируются точными приборами. Интерпретация показаний этих приборов свидетельствует о том, что самый верхний слой планеты, земная кора, имеет толщину от 35 до 70 километров под материками и 5-10 километров под океанами. Ниже расположена мантия, толщиной около 2900 километров, а в центре находится земное ядро, радиусом около 3000 километров. 500 километров. Добавим к этому, что при движении к центру Земли увеличиваются температура и давление, достигая в середине ядра, соответственно, около плюс 5000 градусов и 3 миллионов 600 тысяч атмосфер. Мы не знаем состава ядра, но даже если допустить, что там пустота, то есть газ, то он будет сжат до плотности около 16 грамм на сантиметр кубический. Это сухие цифры, отражающие современный уровень геологической науки. Следует добавить лишь, что у науки есть одна особенность, может быть досадная для любителей сенсационных открытий и создателей новых теорий. Эта особенность и придает науке стабильность, устойчивость. Заключается она в том, что каждая новая идея, опровергающая старую, должна иметь под собой достаточно веское, прочное основание. Мало показать, что новая идея не хуже других. Надо доказать, что она лучше, правильнее. Гипотезы полой земли этого пока, увы, не показали. А может быть, действительно, эти доказательства — военная тайна. Аномальные окаменелости. Форд писал, когда я дошел до вопроса об окаменелостях, мною овладел мрачный цинизм. По его мнению история геологии является отличным примером того, что в науке рассуждения часто идут по кругу, ибо возраст окаменелых остатков определяется по возрасту пластов, в которых их находят, а возраст пластов по находящимся в них окаменелостям. Даже сравнительно недавние ожесточенные споры о точности таких достоверных научных методов определения возраста породы, как метод, основанный на применении углерода 14 и термолюминесцентный метод, не смогли разорвать этот порочный круг. Изучая современные теории по вопросу о времени появления человека на Земле, опирающиеся на различные методы определения возраста пород, Стюарт Флеминг отмечал, что из-за несовершенства существующих методов точный возраст древних пород, относящихся к периоду между 9000 и 400 годами до нашей эры, определить невозможно. Тем не менее, невзирая на отсутствие доказательств, ученые, придерживающиеся ортодоксальных взглядов, верят в космогонический миф о том, что человечество пришло к нынешнему просвещенному и цивилизованному состоянию благодаря эволюции, у истоков которой стояли наши предки дикие звери. Этот взгляд противоречит старой теории о том, что история человечества есть история упадка, последовавшего после первозданного золотого века и что, согласно Платону, подъем и упадок цивилизации происходит циклически в результате катаклизмов. В настоящей главе авторы рассматривают ряд материалов, которые указывают на то, что человек и технический прогресс появились на нашей планете намного раньше, чем это допускается теорией эволюции. Некоторые из этих материалов намеренно не придавались гласности и игнорировались, другие исчезали из запасников музеев и каталогов, третьи, возможно, все еще экспонируются где-либо под невежественно-авторитетной вывеской «ритуальные принадлежности» и так далее. Прежде всего следует сказать о следах на песчанике, оставленных явно человеческой ногой в каменно-угольный период — 225-280 миллионов лет тому назад, то есть приблизительно за 200-250 миллионов лет до того, как наши предки, человекообразные обезьяны, отделились от основной ветви развития обезьян, то есть всего лишь 30 миллионов лет тому назад, как считает доктор Флеминг. American Journal of Science – приводил подробные сообщения о том, что в 1882 году поблизости от Карсона, штат Невада, на песчанике были обнаружены отпечатки нескольких человеческих ног. Три года спустя, по сообщению American Antiquarian, около Берра, штат Кентукки, на песчанике был также обнаружен отпечаток, напоминавший след человеческой ноги. Известны и другие находки, любая из которых, если ее взять за основу, могла бы спутать все геологические эпохи и опрокинуть здание теории Дарвина. Еще более удивительным является то, что многие такие окаменевшие отпечатки, похожие на след человеческой ноги, имеют гигантские размеры. В брошюре «История больших белых песков» выпущенный Министерством внутренних дел Соединенных Штатов Америки, говорится о Егере, который в 1932 году обнаружил на селенитовом грунте Уайт-Сенс, штат Нью-Мексико, расположенной цепочкой 13 следов. Каждый след был 22 дюйма в длину и 8-10 дюймов в ширину. В 1896 году журнал American Anthropologist сообщил, что в Западной Вирджинии были найдены отпечатки человеческой ноги размером в 14,5 дюймов. В книге Тайны времени и пространства 1974 год Брэд Стейгер привел дополнительные сведения и в том числе сообщение о находке в 1927 году в каньоне Фишер, штат Невада, окаменевшего следа от ботинка, на котором можно было различить отпечаток кожаной подошвы правильной формы с двойным швом. Геологи установили, что эта порода являлась триассовым известняком, отложение, возраст которых составляет 160-195 миллионов лет. Данные о подобных случаях собирала группа энтузиастов, называвших себя библейскими учеными. Два объединения из ее состава, Ассоциация фильмов о Христе и Bible Science Newsletter, направляли в Техас экспедицию, перед которой была поставлена задача доставить найденные в Палеозойском пласте каменноугольный период на дне реки Палукси Окаменевшие отпечатки следов человеческого существа, наложившиеся на край следа трехпалого динозавра. Некоторые окаменевшие отпечатки напоминают своими большими размерами и формой отпечатки, связанные с неразгаданной по сей день тайной человекообразных монстров. Смотрите главу Бигфут. В этой связи нельзя не коснуться и вопроса об остатках материальной культуры древнего человека. 4 декабря 1851 года газета Таймс поместила заметку о шахтере, который случайно уронил на пол кусок золотоносного кварца, привезенного им из Калифорнии. Кварц разбился, и среди обломков он нашел прямой железный гвоздь вкрапленный своей средней частью в породу. Издание «Доклады Британской ассоциации» 1845 год сообщало, что в одном из карьеров в Шотландии сэр Дэвид Брюстер нашел двухдюймовый гвоздь, наполовину вкрапленный в глыбу прочного известняка. 22 июня 1844 года газета «Таймс» напечатала заметку о золотой нити, которая была найдена в толще камня, поднятого с глубины 8 футов в Бервикшире. 11 июня 1891 года, издававшаяся в штате Иллинойс газета Morrisonville Times, поместила заметку о женщине, которая раскалывала куски угля, чтобы наполнить ими свое ведро и с немалым удивлением увидела, что две половинки куска угля были соединены небольшой цепью, концы которой по-прежнему прочно сидели в угле, причем на его поверхности были ясно заметны отпечатки цепи. 5 июня 1852 года журнал Scientific American обратился к своим читателям с просьбой о помощи в разрешении следующей загадки. В штате Массачусетс в карьере Митинг Хаус Хилл рабочие взорвали глыбу конгломерата и обнаружили в ее обломках две половинки металлического сосуда, имевшего форму колокола, четыре с половиной дюйма в длину с серебряной инкрустацией в виде замысловатого цветочного узора. Он был изготовлен из металлического сплава сложного состава. Рабочие не сомневались, что сосуд долгое время находился в толще породы. Редактор журнала Scientific American не мог придумать ничего лучше, как написать, что этот сосуд якобы изготовил первый житель Дорчестера Тубл Кайн. В книге «Тайные сокровища» 1931 год Хайет Верилл привел два случая, когда в толще мелкозернистого песчаника — были обнаружены монеты. Первый раз в Чуд Форест около Стоунхенджа и второй раз в гравийном карьере в Эстерхэме Кент. В 1786-88 годах в карьере около Э-Ан-Прованс, Франция, под одиннадцатью пластами спрессованного известняка на глубине 50 футов рабочие нашли монеты, орудия труда, обломки колонн и камни, на поверхности которых были заметны следы обработки. Анонимный автор статьи, опубликованной в American Journal of Science, привел из минералогии графа Бурбона подробности этой потрясающей находки. Среди найденных орудий была окаменевшая доска толщиной в один дюйм и длиной 7-8 футов, которая оказалась тонкой пластиной агата приятного цвета. К своему изумлению граф увидел, что найденные принадлежности были похожи на инструменты, которыми пользовались его рабочие. Найденная доска, скругленная и волнистая по краям, была изношена точно так же. Ископаемые и современные орудия труда имели неоспоримое сходство. В этом не было бы ничего необычного, если бы, по замечанию графа, ископаемые орудия не появились задолго до образования породы, в которой их нашли. Существует целый ряд теорий, пытающихся объяснить, каким образом остатки материальной культуры древнего человека могли сохраниться вне того времени и места, в котором им положено было быть. Можно предположить, что сотни миллионов лет тому назад на Земле существовала цивилизация, обладавшая высоким техническим уровнем, однако обосновывать эту гипотезу, опираясь лишь на один гвоздь, нитку или горшок, было бы так же неразумно, как и придумывать лабиринтодонта с беспорядочно перекрещивающимися ногами, чтобы объяснить окаменевшие следы. Для этого потребовалось бы намного больше доказательств, даже при том условии, что мы допустим существование гипотетической, нечеловеческой, то есть рептильной цивилизации. Еще одна гипотеза вытекает из рассуждений Форта о падениях и о падающих с неба камнях, а также о таинственной силе телепортации, которые способны переносить предметы сквозь толщу твердого вещества. Согласно этой гипотезе, телепортация может возвращать отдельные предметы в ту эпоху, когда складывались пласты осадочных пород. У авторов есть еще одна, не менее абсурдная и поэтому заслуживающая рассмотрения гипотеза о спонтанном образовании аномальных предметов в толще земли. В главе «Жабы в камнях» рассказывается о живых существах, обнаруженных в сердцевине камней. Разве можно серьезно полагать, что эти животные появились на земле до положенного им срока, что они оказались замурованными в засохшую грязь и горную породу и, вопреки всем законам биологии, не погибли в течение миллионов лет? Вероятно, это так же возможно, как и спонтанное образование предметов или телепортация. В средние века ученые-натуралисты много спорили о существовании некой формирующей силы, под воздействием которой в земле образуются окаменелости. Некоторые ученые полагали, что это божественная уловка, задуманная с целью испытания веры. Поскольку причины образования окаменелости были хорошо известны еще в Древней Греции, в XVIII веке ученые расценивали взгляды Микеля Валентини о том, что в недрах земли камни совокупляются и приносят детенышей, как отступничество от науки. Однако гипотезу о формирующей силе поддерживали такие авторитетные ученые, как Кеплер, Авиценна и Аристотель. Кеплер и Оган (1571—1630) немецкий астроном, один из творцов астрономии нового времени, открыл законы движения планет, заложил основы теории затмений. Авиценна Ибн Сина около 980-1037, ученый, философ, врач. Его энциклопедический трактат по теоретической и клинической медицине, канон врачебной науки, много веков был обязательным руководством для врачей, в том числе и в Европе. Аристотель 384-322 до нашей эры, древнегреческий философ и ученый ученик Платона, воспитатель Александра Македонского, автор сочинений, охватывающих все области тогдашних знаний. Хотя ее постоянно оспаривают, она сохраняется в мечтах и в народных традициях, так же как и надежда отыскать в неожиданном потайном месте клад из монет или других ценных предметов. В книге «Синхронности. Человеческая судьба» Юнг предполагал, что предложенное Кеплером понятие «душа Земли» предшествовало выдвинутой им теории одновременности. Согласно этой теории, содержание человеческого разума определяют те же силы, которые обеспечивают гармонию между мириадами независимых, но тем не менее взаимосвязанных систем жизни и материи, находящихся на нашей планете. И разум и Земля — суть чрева, в которых рождается все сущее. Чтобы проиллюстрировать взаимопроникновение этих двух важнейших форм существования, Юнг использовал аллегорию сновидений и описывал человека, который видел во сне человеческие головы, находившиеся в пустотах, в триасовых горных породах. В другом сне измазанный землей гном приводил спящего человека в глубокую пещеру, где тот видел колонны из твердого лигнита, имевшие форму человеческого торса. Со стороны спины они как бы вырастали из породы. Это свидетельствовало о том, что они образовались без какого-либо человеческого вмешательства. Если некий одновременный процесс может объединять и разум, и материю, и создавать тем самым на пленке или на теле зримые образы, то, возможно, существует аналогичная сила, которые проецируют формы в толще земли. Юнг Карл Густав, 1875-1961, швейцарский психолог и философ-идеалист, основатель аналитической психологии. Комментарий доктора геолога минералогических наук Крылова. С самого начала следует сказать, что необычных окаменелостей известно гораздо больше, чем приведено в этой книге, и многие из них еще более эффектны, а их находки вызвали подлинную сенсацию. Так, в 1925 году в карьере около подмосковной станции Одинцова был обнаружен окаменелый мозг человека. Его изучали отечественные и зарубежные специалисты. Известны черепа динозавров — других крупных животных, имеющих ровные круглые отверстия, словно от пули. В 50-х годах нашего века описывались находки гигантских ракоскорпионов из толщ на добрых полмиллиарда лет древнее того времени, когда на Земле появились первые многоклеточные животные. Но страсти утихали, так как находки после их детального изучения специалистами получали вполне естественные земные объяснения. Образование подобных аномальных окаменелостей обычно происходит тремя способами. Первый — игра природы. Иногда гальки, минеральные стяжения, конкреции и другие заведомо неорганические образования могут быть очень похожими на что-то или на кого-то, хорошо знакомое нашему глазу. Так солнце, ветер и вода, разрушающие крепкие скалы, иногда выступают в роли искусных скульпторов. Многие, наверное, видели скалы с названием «бык», «дед», «сокол», действительно очень похожие на оригиналы. Около поселка Планерское в Крыму есть прибрежная скала, очертаниями напоминающая скульптурный портрет поэта Волошина, который жил в этих местах и написал об этом обрыве такие строки и на скале, замкнувшей зыбь залива, судьбой и ветрами изваян профиль мой. Изготавливает природа поделки и меньших размеров, вплоть до микроскопических. Так упоминавшийся выше каменный мозг оказался конкрецией кремния. Известны целые коллекции кремниевых стяжений, очень похожих на рыб, ящериц и других живущих ныне существ, или на их отдельные органы. Древнейшие ракоскорпионы оказались обломками растрескавшейся глинистой поверхности высохшего дна древнего водоема. Абсолютно такие же образования были найдены и среди обломков глинистых корок на дне современных пустынных пересыхающих водоемов — такыров. Дырки в черепах древних животных — могли быть проделаны моллюсками, сверлильщиками. Было проведено нечто вроде следственного эксперимента, и современные моллюски разделались с черепами современных коров, так же, как их древние предки когда-то обошлись с черепами динозавров. Можно предположить, что к остаткам такого рода принадлежат и древнейшие отпечатки следов человека, и буквы в мраморной глыбе а плоская плитка в форме подошвы с трилобитом внутри очень похожа на гальку. Вторая группа находок связана со способностью достаточно быстрого осаждения минеральных частиц из растворов природных грунтовых вод. Туристы и отдыхающие нередко привозят с чешского курорта Карловы Вары красивые сувениры, каменные цветы. Обычный цветок — положенный в воду минерального источника, быстро покрывается корочкой осаждающихся на его поверхности минералов и превращается в камень. Именно таким путем могут отлагаться достаточно толстые минеральные корки вокруг гвоздей, деталей автомобиля, орудий труда, монет и других предметов. Иногда минералы, и в частности кремнезем, из которого состоит агат, могут замещать остатки животных и растений, полностью сохраняя форму и структуру оригинала. Ильфа Петров в книге «Одноэтажная Америка» описывает целый окаменевший лес, в котором остатки стволов и пней и деревьев были нацело замещены частицами соли, извести, железа. Нет таких мраморов и малахитов, пишут они, которые могли бы соперничать по красоте с отполированным окаменевшим деревом. Добавим от себя, что древнейшие остатки таких окаменелых растений, водорослей, имеют возраст более трех миллионов лет. Впрочем, имеются и современные. Не таким ли способом образовалась описанная в статье каменная доска? Если вам приходилось перекапывать кучи земли, щебенки или каменного угля, вы знаете, как быстро уплотняются, схватываются, твердеют и каменеют эти вчера еще совсем рыхлые скопления обломков. Именно так могли оказаться внутри глыб каменного угля или внутри конгломерат в современные гвозди, цепи, сосуды или их черепки. И, наконец, не всегда исключен и третий способ образования таких удивительных находок — розыгрыш, шутка, умышленная или невольная. В мои студенческие годы, как эстафета от предыдущих поколений студентов, сохранялся такой обычай. Набрать в карман белемнитов, чертовы пальцы, остатки головоногих моллюсков и юрского возраста — незаметно вколотить их, словно гвозди, в отложение совсем иного возраста, а потом невинно, случайно, обнаружить их на глазах преподавателя и ждать, как он станет выкручиваться. Заметим к чести преподавателей, что разгадка приходила к ним мгновенно. Известны случаи, когда люди специально заказывали резчикам по камню или скульпторам изготовление с отделкой под старину отпечатков или копий каких-нибудь животных, их следов или других предметов, явно необычных для той породы или для тех слоев, в которых их потом обнаруживали. Известия о таких удивительных окаменелостях, к последующему конфузу их авторов, появлялись не только в газетах, но и на страницах вполне солидных научных трудов в журнале «Знание и сила», номер 2 за 1984 год. Мейен приводит целую выставку таких подделок, описанных в капитальных манускриптах. Известна забавная история о находках уникальных наскальных рисунков, поразивших нашедших их людей необычностью и совершенством. Потом выяснилось, что рисунки эти были изготовлены художником-декоратором для съемок исторического фильма. Никто никого не хотел обманывать или разыгрывать. Фильм был отснят, киногруппа уехала, а рисунки остались, и спустя несколько лет произошла их сенсационная находка. Не могли ли некоторые из следов человека на древних камнях появиться подобным образом? Таким образом, в приведенных в главе данных нет оснований для мрачного цинизма и опрокидывания здания теории Дарвина. Конечно, желающие могут увидеть в аномальных ископаемых возможность каких-то чудес, вроде путешествий во времени, прилетов инопланетян, телепортации и иных захватывающих дух явлений. Верить в летающие тарелки и прочие чудеса ⁇ это личное дело любого человека. Но наука тут ни при чем. Заметим к слову, что практически все такие находки были сделаны не специалистами, а данные о них поражают грубейшими нарушениями существующих научных правил, документации, описания и публикации. Если эти правила не соблюдены, то палеонтологи-профессионалы отказываются принимать к сведению, и гораздо менее сенсационные находки. А здесь идет речь об ископаемых, якобы ломающих все существующие научные представления об истории человечества. К счастью, категоричность утверждений смягчена отчетливо проглядывающей в тексте иронией. Словом, все эти факты забавны, могут дать пищу для размышлений и для изобретений, абсурдных и потому заслуживающих рассмотрения идей. Но можно обойтись и без них. Стоит вспомнить о знаменитой беседе великого астронома Лапласа с Наполеоном. Выслушав объяснение ученого о происхождении Солнечной системы, император изволил заметить, что он не видит в высказанной концепции роли Господа Бога. — Государь, — ответил Лаплас, — я просто не нуждался в этой гипотезе. Странные облака. Мы начинаем рассмотрение вопроса о так называемых странных облаках со случая, занесенного в вахтенный журнал барка Леди Лейк». 22 марта 1870 года капитаны команда увидели поразительное облако, остававшееся, несмотря на ветер, неподвижным до тех пор пока оно не исчезло в вечернем мраке. Судя по описаниям, это было облако с ярко выраженными круглыми контурами, причем внутри находился полукруг, разделенный радиально на четыре части, из которого исходил длинный хвост, загибавшийся по направлению к своему телу. Этот массивный облачный головастик бросал вызов всем представлениям о внешнем виде облаков. Но моряки, будучи практичными людьми, не стали заниматься разного рода домыслами, а просто дали детальное его описание в своем вахтенном журнале. Многие из странных явлений в небе, классифицированные как НЛО, имеют облакоподобную форму, напоминая нам сообщения более раннего времени о так называемых воздушных кораблях, таких, например, как те, что были известны французским крестьянам в IX веке, во времена Агобара, архиепископа Леонского. Смотрите главу «Корабли-призраки». Фотографии НЛО обычно показывают предметы, которые выглядят частично твердыми, а частично как бы сотканными из облаков, словно это привидения, которые то возникают, то исчезают. Типичный пример с НЛО, выглядевшим как метеорологическое явление, приводится в журнале Flying Saucer Review. В ноябре 1958 года супруги Мур находились в своей машине возле границы между Северной и Южной Дакотой. Небо было безоблачным, если не считать серебристого сигарообразного объекта, который с неожиданным ускорением исчез из поля зрения, оставив за собой шлейф из странных пурпурных облачков. Другое связующее звено между НЛО и тем феноменом, который мы сейчас рассматриваем, приводится в New Report on Flying Saucers Ллойдом Малоном, репортером из журнала True. Он описывает интервью с Аленом Нунаном, который верит, что Земля полая и что он вступал в контакт с галактической командой, которая содержит базы НЛО под поверхностью Земли. Малон узнал от Нунана, что два НЛО могут появиться в безоблачном небе за окном отеля, в котором они остановились. Остается зарядить инфракрасной пленкой аппарат и ждать. Через десять минут два похожих на тарелки облака встали в ряд между зданиями по ту сторону улицы. Малон был уверен, что это были обычные облака. Однако его поразило, что они появились тогда и там, где предсказал Нунан. Мы со своей стороны можем только отметить, что заклинание облаков, как и их рассеивание, всегда входило в число способностей, приписываемых шаманам и магам. Подобные же чудеса были отмечены в Древнем Китае, Совершали их и гипнотизеры в Европе XIX века. В своих экспериментах их демонстрировал и Вильгельм Райх. Облака, пары, туман — непременные участники любого таинства. В своей книге «Человек-животное» Франк Хаммел приводит множество случаев с лягушками, с помощью которых ведьмы превращались в животных или птиц, или же делались невидимками набросив на себя покрывало из облаков. Разного рода мудрецы и провидцы использовали облака в качестве средства передвижения и как посыльных. В описании тех случаев, которыми мы располагаем, метаморфозы любого рода всегда сопровождаются или, по крайней мере, зачастую обозначаются туманами или облаками. Большинство фантомных явлений — также ассоциируются с ними. Так скажем, в легенде о Дорсетской черной собаке, которую приводит в своей книге Патриция Дейл Грин, говорится, что чудовище, если на него смотреть, имеет свойство увеличиваться в размере до тех пор, пока не превратится в облако и не улетит. Что касается спиритуальной космологии, то в ней известно несколько форм так называемых переходных облаков. Это и душа, испаряющаяся из человеческого тела в момент смерти, и эктоплазма, из которой материализуются человеческие лица, руки и тому подобное. Да и сами привидения также имеют облакообразную структуру. Интересно, что встречается немало описаний привидений в виде людей, у которых отдельные части тела, по традиции те, что были повреждены в результате насильственной смерти или отсечены, скрыты или заменены облачной массой. Немало религиозных видений связано с появлением небольшого и странного на вид облака. 16 октября 1964 года, Роза Катрини, известная как Мама Роза, приспокойно беседовала с соседкой в Сан-Домиано, Италия. Когда обе заметили, как над садом, где они находились, образовалась особой формы облака, как бы застрявшая в ветвях терновника. Затем оно перелетело на другое дерево, Грушу, где обрело форму женщины, излучавшей сияние, распространявшееся в основном вокруг короны на голове. В каждой руке женщина при этом держала по цветку. Так впервые мама Роза узрела Мадонну в небе. В 1801 году все присутствовавшие на службе в католическом соборе в Варшаве прихожане стали свидетелями явления Девы Марии из облака. В главе «Таинственная музыка и голоса» мы рассказываем о том, как демоны прервали проповедь святого Климента Хафбауэра. Позднее, в тот же самый день, как повествует Золт Ароди в своей книге «Чудес» 1957 год, святой Климент молился перед алтарем и сотни людей увидели облако, возникшее над алтарем, постепенно заволокшее фигуру святого, который исчез из поля их зрения. Перед святым Климентом возникло небесное видение. Это была женщина необыкновенной красоты, с сияющими чертами лица. Она предстала перед людьми с улыбкой на устах, ведь еще несколько часов назад эти верующие были свидетелями злых козней дьявола. Люди, перед чьим взором являются такие облака, обычно склонны рассматривать их в качестве посланцев свыше, которые присланы, чтобы что-то сообщить им. Средневековые хроники буквально наводнены примерами небесных видений такого рода, происходивших, как правило, во время необычных, метеорологических явлений. И по сей день люди продолжают видеть облака в виде человеческих фигур. Странный случай, происшедший в прошлом веке, отмечен в брошюре «Необычные явления», автор которой Элли Куртис ссылается на заявления, сделанные Аддисоном Соином. Согласно его показаниям, 3 октября 1843 года, некто Чарльз Купер, работавший в поле возле Варвика, неожиданно услышал глухое громыхание в небе. Подняв голову, он увидел над собой облако странной формы, под которым висели, или вернее плавали, три совершенно белых фигуры и звали его громкими и скорбными голосами. Решив, что это ангелы, Соин, будучи спиритом, Естественно, усмотрел в их появлении великолепную надежду на воскрешение. Нас же куда больше интересует то, что другие свидетели этого происшествия, некоторые находились от этого места на расстоянии шести миль, а прочие были на соседнем поле, сошлись во мнении, что над их головой висело необычное облако. Хотя далеко не все видели ангелов или слышали звуки их голосов. Иногда приходится слышать о появлении облаков в ответ на просьбу, пусть и невысказанную. Так Гарольд Уилкинс в своей книге ⁇ Странные явления во времени и пространстве ⁇ 1958 год ссылается на рассказ британского морского офицера о высадке войск союзников в Северной Африке. Море, по его словам, было абсолютно спокойным, и весь союзнический флот представлял собой прекрасную мишень для немецких бомбардировщиков. Находившиеся на кораблях люди чувствовали себя совершенно незащищенными. И вот довольно скоро, как будто в ответ на их немые мольбы, в небе появилось огромное черное облако остановившаяся как раз над Армадой и остававшаяся там в течение десяти дней. Я, — говорит этот офицер, — был не единственный, кто думал, что облако было послано нам проведением. Подобную же историю, связанную с появлением чудесных облаков, приводят, рассказывая об отступлении английских войск под Монсом, 1914 году, когда эти облака прикрывали движение армии. Рассказы о контактах с НЛО и их пассажирами нередко включают в себя описание воздействия страшных паров, которые парализуют, ослепляют или душат присутствующих. Есть среди рассказов и такие, где одни облака изрыгают пламя, другие распространяют зловещее сияние, третьи являются как бы магнитом, притягивающим к себе окружающих, четвертые подпрыгивают по мере своего продвижения, пятые издают шипение или многократно взрываются, словом, выкидывают фокусы самого неожиданного и порой малоприятного свойства. В главах, где речь идет о падающих с неба предметах, мы уже отмечали, что некоторые из этих предметов как бы выпадают из облаков. В своем странном мире Франк Эдвардс, 1964 год, рассказывает о случае с Эдом Мутсом, садовником из Цинциннати, штат Огайо. 22 июля 1955 года он находился у себя в саду, когда сверху полилась похожая на кровь маслянистая жидкость. Муц заметил, что этот дождь идет из небольшого по размерам облака, одиноко висевшего в небе. Оно было весьма необычным и по расцветке красное, розовое и зеленое. Облако медленно ползло по небу, на высоте примерно тысячи футов. Капли крови, попавшие садовнику на кожу, начали жечь ее. Он зашел в дом, чтобы смыть жидкость, а когда вернулся, облако уже исчезло. Никаких аналогичных сообщений из других мест не поступало. На следующий день все деревья и трава в его саду, который окропил кровавый дождь, съежились и побурели. Эдвардс пишет, что этот случай, несмотря на тщательное расследование, так и не был объяснен. Напомним, что такой же оставшийся необъясненным дождь из крови и мяса выпал на табачную плантацию в штате Теннесси. Смотрите главу «Дожди из живых существ и органической материи». В тот раз точно так же над полем появилось красное облако. Иными словами, существуют облака, являющиеся таковыми лишь по видимости. Как еще при современных знаниях об этом предмете объяснить тот шар из тумана, который в штате Миннесота врезался в автомобиль со страшным шипением? Газета Eagle Band News, 25 мая 1961 года, писала, что машина после этой встречи была невыносимо горячей, а ее поверхность избороздили крошечные дырки. И какое объяснение можно предложить случаю, о котором поведал корреспонденту газеты «Сан-Франциско Кроникл» почтальон из Таиланда? Он, по его словам, своими глазами видел туман, окрашенный в красный и зеленый цвета. Неожиданно из него стали выделяться отдельные маленькие кусочки, которые он предусмотрительно решил собрать. Комментарии кандидата географических наук Снитковского. Человек с давних пор привык с надеждой, а то и со страхом смотреть на небо, которое посылало ему и дождь, и снег, и зной, и ветер. От неба он ожидал помощи в трудное для себя время. И все радости и горести — от воздушной стихии, были так или иначе связаны с облаками. Из всех атмосферных явлений облака представляют собой наиболее изменчивый элемент. За несколько десятков минут происходит их образование и разрушение. В соответствии с принятой международной классификацией облака подразделяются на сотни родов, видов и разновидностей. Нет ничего удивительного в том, что большинство людей за свою жизнь не видят всех форм и разновидностей облаков, так как некоторые из них можно наблюдать лишь в определенных районах земного шара. Связано это с физико-географическими и климатическими особенностями местности. Среди разновидностей облаков есть так называемые дырявые, двойные, перепутанные радиальные, волнистые, хребтовидные и другие. Больше вероятности увидеть необыкновенные облака в предвечерние часы, в тихую погоду, над сравнительно ровной и однородной местностью. В это время суток воздушные потоки, направленные вверх, сменяются потоками, направленными вниз, что приводит к неравномерному таянию облаков, прежде всего их кучевых форм, и они могут на небольшой срок принять странный и необычный вид. В эти же часы чаще всего края облаков окрашиваются в различные цвета. В случаях, когда облака имеют необычную форму и окраску, у отдельных людей такие облака ассоциируются с чем-то необыкновенным. Нередко даже стоящие рядом люди не единогласны. Каждый по-своему интерпретирует вид одного и того же облака. Однажды два человека смотрели в подзорную трубу на Луну. В то время оптические приборы были еще редки. Один из них сказал, что видит старинную церковь, а второй ⁇ замок с крепостными стенами и сторожевыми башнями. А ведь здесь мы имеем дело с конкретным, не меняющимся объектом. Как заметил французский философ Дидро, чудеса там, где в них верят. И чем больше верят, тем чаще они встречаются. Иногда с движущегося судна моряки наблюдают неподвижное облако, в то время как у водной поверхности дует ветер. В чем здесь дело? Понять, подвижно облако или нет — на движущемся судне нельзя. Однако существование неподвижного облака над океаном возможно. Вследствие разности температур воздуха над морем и небольшим участком суши, например, оттолом, над последним образуется такое облако. Но как только разница между температурой суши и морем становится меньше определенной величины, облако быстро тает. Давно известны чечевицеобразные облака, принимающие форму линз. Часто края этих четко очерченных облаков окрашенные в красный и зеленый цвета. Образуются такие облака при перетекании воздуха через горный хребет. Видны чечевицеобразные облака на наветренной стороне или над гребнем хребта, на подветренной же стороне такие облака, как правило, тают. Создается впечатление, что чечевицеобразное облако стоит на месте, в то время как в действительности непрерывно происходит образование и таяние его. Даже кратковременное проживание в местности, где такие облака образуются, дает возможность наблюдательному человеку приобрести опыт прогнозирования района и времени возникновения линзовых облаков. И нет ничего удивительного в том, что приехавшего сюда впервые человека можно поразить, указав ему довольно точно место и время образования чечевицеобразных облаков. С облаками, вернее, с грозами, связано другое необычное явление — шаровая молния, представляющая собой ярко светящийся шар — различной окраски диаметром до нескольких десятков сантиметров. Шаровая молния появляется после разряда линейной молнии. В воздухе шаровая молния существует от секунды до нескольких минут, перемещается медленно и бесшумно, может проникать внутрь зданий, иногда с оглушительным треском разрывается. В 1975 году Советский журнал ⁇ Наука и жизнь ⁇ опубликовал анкету с просьбой к очевидцам ответить на ряд вопросов о шаровой молнии. Таких оказалось более тысячи. Совсем недавно считалось, что шаровая молния это оптический обман. Наблюдатели видели красные, ослепительно-белые, синие, даже черные шаровые молнии. Кроме того, Молния не всегда бывает шаровидной. Встречаются грушевидные и яйцеобразные. Студент из Томска, Сазонов, видел три шаровые молнии ярко-белого цвета, которые отделились от средней части канала линейной молнии и начали медленно падать. До сих пор природа шаровой молнии не ясна. Однако имеется ряд научных гипотез, позволяющих значительно лучше понять физические закономерности этого феномена. Академик Капица считает, что шаровую молнию питают радиоизлучения, возникающие при грозовых разрядах атмосферного электричества. Он пишет, поскольку в природе не существует источников энергии нам еще неизвестных, то на основании закона сохранения энергии приходится принять, что во время свечения к шаровой молнии непрерывно подводится энергия, и мы вынуждены искать этот источник энергии вне объема шаровой молнии. Шаровые молнии возникают там, где радиоволны достигают наибольшей интенсивности. Советский ученый Стаханов предполагает, что шаровая молния возникает в том случае, когда в канал обычной молнии попадает значительное количество воды. При соединении рекомбинации молекулы воды налипают на положительные и отрицательные ионы, образуя вокруг них оболочку, препятствующую соединению ионов и их непосредственному контакту. Если шаровая молния, — пишет Стаханов, — попадает в такие условия, когда ее температура становится выше определенного предела, например, вследствие уменьшения теплообмена в закрытом помещении, то начинается цепная реакция разрушение водяных оболочек, которая приводит к взрыву. В обычных же условиях вещество молнии медленно выгорает за счет рекомбинации. Это приводит к изменению плотности, и в результате молния разваливается, выбрасывая куски вещества, которые очевидцы принимают за искры. Встречами с шаровыми молниями можно объяснить и столкновение автомобиля с шаром из тумана, и многие случаи контактов с НЛО, описанные в этой главе. Следовательно, как сами облака, так и необычные явления природы, рождаемые ими, отражают особенности естественных процессов, протекающих в земной атмосфере. Ну а всякие явления Богородицы, ангелов и тому подобное, являются плодом религиозной фантазии, болезненных галлюцинаций людей желание суеверных людей увидеть чудо — единственная причина тех странных случаев, которые связываются с явлениями небожителей. Комментарии члена-корреспондента Академии наук СССР Мигулина. Действительно, на небе можно наблюдать самые различные атмосферные явления. Миражи, гало, полярные сияния — причудливых форм и окраски облака. В каждом отдельном случае они бывают вызваны определенными физическими процессами. Однако же мы нередко сталкиваемся с тем, что вполне объяснимые сегодня явления некоторые люди склонны принимать за чудеса воздушные корабли, неопознанные летающие объекты, НЛО и так далее. В Академию наук СССР поступает немало сообщений о странных атмосферных явлениях. Подавляющее их большинство достаточно надежно отождествляется с теми или иными природными процессами или результатами технической деятельности человека. Причина многих ошибок в оценках виденного часто в том, что развитие явления происходит в трех измерениях ⁇ объемно, и на небосклоне оно обретает довольно фантастические формы. Мы знаем, что и самые обычные облака могут иметь причудливые формы, вызванные вихревыми и другими нерегулярными движениями воздушных масс в атмосфере. Иногда, кроме пара, облака несут в себе частицы пыли или аэрозолей, которые окрашивают их и осадки в самые различные цвета случай с Эдом Мутсом, садовником из Цинциннати. Всякие образования в виде облаков могут быть результатом выброса аэрозолей из наземного устройства, в том числе химического производства, а также представлять собой не сгоревшие частицы топлива реактивных двигателей самолетов и ракет. Например, освещенные восходящим солнцем частицы не сгоревшего топлива ракеты в октябре 1985 года, создали для экипажа рейсового самолета и пассажиров иллюзию того, что их сопровождал какой-то меняющий форму космический аппарат. В советской прессе много писалось и о петрозаводском феномене происшедшем 20 сентября 1977 года. Очевидцев его было много, однако их оценки случившегося были весьма различны. Одни говорили о медленно плывущей по небосводу звезде, другие видели стремительно прочертивший небо огненный шар и так далее. А оказалось, что явление это было связано с запуском спутника серии «Молния». Нет сомнения в том, что наука может объяснить многое из того, что кажется сегодня таинственным и непонятным. Но от этого загадочного в мире ни в коем случае не становится меньше. Природа — вечный источник тайн. Таинственная музыка и голоса В любом сочинении, посвященном галлюцинациям, наверняка найдутся ссылки на на так называемую фантомную музыку и бессвязные голоса. Они объясняются психическими и нервными расстройствами. В качестве примера можно привести сочинение Эдмунда Париша «Галлюцинации и иллюзии», изданное в 1897 году. В нем приводятся случаи ошибочного восприятия больных. Один из больных описал его следующим образом. Всякое дерево, к которому я приближаюсь, даже в абсолютно безветренную погоду, как будто шепчет мне что-то, произнося слова и даже отдельные фразы. Повозки и экипажи словно разговаривают со мной таинственным образом. И я слышу в скрипе колес голос, повествующий о всяких происшествиях. Свиньи и тени столько хрюкают, сколько произносят какие-то имена и делятся со мной историями из своей жизни, а гуси, непрерывно гагача, так и сыплют разными цитатами. В звуках природы, каково бы ни было их происхождение, люди всегда слышали музыку и поэзию, иных миров. Вот почему сводить все дело только к расстройствам восприятия, к болезни, значит отрицать все, что есть в человеческой природе, интуитивного и таинственного. Голоса могут звучать как внутри нас, так и вовне, хотя с точки зрения антологии, эта разница сама по существу является не больше, чем иллюзией. Что касается внутреннего голоса, то тут мы могли бы сослаться на известные примеры с Мартином Лютером, Игнатием Лайолой, Бенвенуто Челлини и даже Зигмундом Фрейдом. Лютер Мартин, 1483-1546, один из вождей реформации, Основатель лютеранства перевел на немецкий язык Библию Лойола Игнатий 1491 под вопросом 1556, основатель ордена Иезуитов Челлини Бенвенута 1500 1571. Итальянский скульптор, ювелир, писатель, автор всемирно известных мемуаров Фрейд Зигмунд 1856-1939 австрийский врач, психиатр и психолог, основатель психоанализа. В древности внутренний голос ⁇ демон ⁇ говорил в Сократе, предупреждая его против любых шагов, которые могут быть неугодны богам. Иные из этих голосов способны мучить слушающего их, но зато другие побуждают его к действиям. Так, например, было в случае с Жанной Дарк, слышавшей голоса архиангела Михаила и святых Екатерины и Маргариты. С Франциском Ассисским, который услышал слова Христа, повелевавшего ему «Перестрой мою церковь». Наконец, с Джорджем Фоксом, основателем движения квакеров, действовавшим по аналогичной подсказке. Фокс Джордж 1624-1691, основатель протестантского движения квакеров, выступил в 1647 году с проповедью учения о том, что истина постигается верующими с помощью озарения Святым Духом. Такой феномен встречается и в наши дни. Многие из тех, кто видел НЛО, утверждают, что это не что иное, как телепатический контакт с существами из других миров, отличных от нашего по многим своим параметрам. Что до внешних голосов, то примеров этого хоть отбавляй. Прежде всего, таковы все команды богов, чьи громовые голоса раздаются прямо с неба, как утверждается в Библии и в мифологии разных народов. Вплоть до наступления нынешнего, материалистического века люди, как правило, были куда более отзывчивы на голоса природы, а животные и даже предметы могли говорить по-человечески, если в них вселялся дух. Геродот в своей истории пересказывает поведанную ему жрицами оракула Зевса в Додоне историю о том, как болтливая птица — жившая в ветвях знаменитого шепчущего дуба, разгласила тайну местонахождения священной рощи, где он рос. Позднее этот дуб был использован при строительстве киля корабля «Арго». Благодаря ему корабль получил способность предупреждать аргонавта Ясона о грозящих бедствиях. Геродот — между 490 и 480 около 425 до нашей эры, древнегреческий историк, прозванный отцом истории. И по сю пору бессвязные голоса все еще ассоциируются с разного рода предзнаменованиями, особенно о предстоящей смерти друга или родственника. Они являются настолько привычным делом, что даже трехтомник Фламариона «Смерть и ее тайна» 1922 год не исчерпал весь запас связанных с ними историй. Нас также весьма интересуют те звуки и голоса, которые обычно сопровождают действия нечистой силы. Взять, к примеру, совершенно фантастическую историю с замком Кальвадос во Франции, где, начиная с октября 1867 года вплоть до 1893, когда была опубликована статья в журнале «Анналы психологических наук», происходили поразительные вещи. Среди ставших обычными полетов и произвольных перемещений мебели по комнатам, исчезновения лурдских медалей и других священных талисманов, используемых для изгнания нечистой силы, открывание и хлопанье дверей и окон, обращали на себя внимание некоторые постоянно повторяющиеся звуки — скрипы, стенания и шаги, а также органная музыка, которая раздавалась в помещении в течение нескольких часов после того, как один из домочадцев кончал играть замок постоянно сотрясался под тяжелыми ударами, столь сильными, что повешенные на стене предметы ударялись друг о друга. Чтобы получить какое-то представление об их силе, нужно вообразить, что падает стена, или лошадь, или что в дверь попадают ядра. По временам все здание охватывало сильная дрожь сверху донизу, хотя непосредственных разрушений и было сравнительно мало, а что касается звуков, то слышать их можно было, лишь находясь внутри замка. Подобного рода эффекты типичны для нечистой силы. Альфред Монен в биографии святого Иоанна Вянни, кюре из Ара, пишет, что последнего особенно донимали преследовавшие его звуки. Временами его двор переполнялся шумом и брецанием оружия, стуком солдатских сапог, звоном шпор, словно рядом бивуаком расположилось большое войско. Зимой 1824-25 года Кюре не мог спать из-за блеяния большого стада овец, проходившего у него над головой. И когда бы он ни спускался в нижнюю комнату дома, всем были слышны звуки, как будто большая сбежавшая откуда-то лошадь, оставаясь невидимой, танцует вокруг него, поднимаясь в воздух и затем приземляясь на пол всеми четырьмя копытами. Хотя Кюре был известен как аскет, его преследовал демонический голос, издевавшийся над ним, и упрекавший его в любви к роскоши, чрезмерном увлечении трюфелями и тому подобное. «Иоанн Вианни, Вианни!» — дразнил голос. — Я до тебя доберусь. Подобное же преследование голосом описано Ивленом Во в книге «Страдания» Джилберта Пинфолда. Во Ивлен, 1903-1966 английский писатель-моралист, романы и повести «Пригоршня праха», «Незабвенная», «Возвращение в Брайтсхед», трилогия «Шпага чести» и другие. Одно из самых странных болтливых созданий невидимок, насколько нам известно, временно поселилось в доме семьи Деггов в Кларендоне, Квебек, в 1889 году. Как писал журнал «Лайт», в декабре 1889 года инспектор Перси Вудкок, занимавшийся расследованием этого дела, 15 ноября посетил семью Дегов. Их приемная дочь Дайна повела его в сарай, где до этого она видела какого-то незнакомца. Вы тут, мистер! воскликнула она. Представьте себе замешательство Вудкока, когда из середины пустого сарая... Примерно в четырех футах от него раздался ясно слышимый голос пожилого человека. Он проклинал их обоих, используя выражения, которые ни Вудкок, ни журнал «Лайт» не решились воспроизвести. Его повторяющимся рефреном были слова «Я дьявол», «Я схвачу вас в свои объятия», «Я сверну вам шеи». Вудкок и подошедший мистер Дек разговаривали с невидимкой несколько часов. Все это время он и не думал отрицать свою вину за устраиваемые им в доме пожары и телепортацию вещей в комнатах, хотя и извинялся за причиняемые им неудобства. Во время многочасового разговора грязные и неприличные выражения стали понемногу исчезать из его лексикона, и, в конце концов, голос обещал покинуть дом вечером в ближайшее воскресенье. Когда известие о том, что происходит в доме Дегов, распространилось по округе, туда стали стекаться люди, многие из которых приехали издалека. В воскресенье голос вел себя относительно хорошо, хотя и бывал по временам бестактен. Он отвечал на вопросы, и, казалось, досконально знал всех, кто бы ни входил в дом, зачастую во всеуслышание разглашая интимные детали их жизни, которые они с удовольствием держали бы при себе. Когда его поздравляли с отрадной переменой в поведении, голос отвечал. «Я не тот человек, который ругался. Я ангел с небес, посланный, чтобы изгнать этого человека». Впрочем, метаморфоза не была полной, потому что иногда, выходя из себя, невидимка разражался богохульными речами. Однако к воскресному вечеру он вместе с собравшейся толпой пел гимны таким прекрасным и чистым, как звук флейты голосом, что его стали упрашивать остаться. На следующий день дети Деггов объявили, что привидение их покинуло. Они описывали, как роскошно одетый в сияющее платье красавец обнял их на прощание, прежде чем уйти. Они вместе спели последний псалом, ангел играл при этом на маленьком инструменте, похожем на арфу, и дети, глядевшие во все глаза, увидели, как у его ног зажегся свет, красный как огонь, сияние которого постепенно окружило все его тело, в то время как он начал возноситься на небо, продолжая сладкозвучное пение. Он пел гимн и удалялся. Таков был подстрочный комментарий Форта к этой истории, выдержанный в типичном для него лаконичном духе. Некоторые из голосов были, должно быть, весьма впечатляющими. Рейд Кланни дал описание одного случая буйства нечистой силы в трактате «Истинное происшествие с Мэри Джобсон» 1843 год. По его словам, многие очевидцы этого дела, независимо друг от друга, слышали небесно красивую музыку, перемежавшуюся словами, произносимыми ангельски сладкими голосами, которые цитировали священное писание решая вопрос о канонизации святого Климента Хофбауэра, церковные инстанции учли и дьявольское наваждение в виде преследовавших его голосов. В 1801 году, например, его проповеди перед прихожанами в Варшаве прерывались довольно часто криками и плачем фантомного ребенка. Если он, тем не менее, решал продолжать свою проповедь, то по всей церкви начинали раздаваться крики о том, что церковь горит, и надо спасаться. Более того, огонь и дым становились видны отовсюду, даже с улицы. Но через несколько минут, когда паника стихала, обнаруживалось, что пожар столь же эфемерен, как и звучавшие перед тем голоса. Так называемая фантомная музыка — столь же непременный элемент преданий и сказок, где встречаются духи и феи. Впрочем, это не всегда чистая выдумка, что подтверждают в частности два описания, относящиеся уже к нашим дням. Обычный офис на Питер-стрит в Манчестере. В комнатах раздаются странные мелодии, резкий звук которых слышен обитателем дома. В письме, опубликованном в Манчестер Ивнинг Ньюс 24 октября 1968 года, сказано «Такая же музыка, похожая на мелодию флейты, слышна была здесь же два года назад». Интересно, кстати, что Платон упоминает в своем диалоге Критий о людях, преследуемых бесконечными звуками флейты. А вот второй случай, тоже из нашего времени более сотни концертов, прозвучавших в исполнении фортепиано, на котором никто не играл. Тем не менее, его клавиши сами собой издавали мелодичные звуки, которыми могли наслаждаться жильцы дома по Хумбер-авеню в Ковентри, Варвикшир. Похоже, было будто кто-то перебирает струны. Тихие мелодичные звуки совсем не напоминали современной музыкальной какофонии — так охарактеризовал эти концерты один из жильцов дома билл Дункан чье письмо было опубликовано в лондонской газете News of the world 13 января 1974 года комментарий доктора медицинских наук фейвишевского Когда речь заходит о внутренних голосах то следует иметь в виду два момента иногда это метафора, обозначение интуиции, внутреннего убеждения. В других случаях это конкретно ощущаемые голоса. В свою очередь, они также бывают двух типов. Первые возникают в болезненном состоянии, при галлюцинациях, шизофрении, алкогольных психозах. Второй случай, когда психические процессы, происходящие в сознании человека, как бы отчуждаются от него, от его «я». Например, во время сна. Известно, что сновидение продукт деятельности нашей психики. И в то же время во сне мы слышим голоса, музыку, различные шумы и звуки. В прежние времена, когда осознание не было еще изощрено в самонаблюдении, когда люди не могли так, как сегодня, контролировать его с помощью правил и законов логики, у них возникала полная уверенность, в истинности своих ощущений. Существует предположение, согласно которому религиозные пророки воспринимали свое ощущение происходящего, предчувствие будущего, как внушение свыше, приписывали его Богу. Возможно, что тексты их предсказаний действительно звучали для них как произносимые извне. Они слышали их и только записывали. Из исторических источников, из воспоминаний, из медицинских исследований известны многочисленные случаи подобных явлений, происходивших с совершенно здоровыми людьми. Особенно они характерны для людей творческих. Вот только несколько примеров. В диалоге Платона Феак Сократ говорит о том, что, начиная с детства, его сопровождало нечто демоническое — это какой-то голос, который, когда он является, всегда дает мне знак удержаться от того, что я хочу делать, но никогда ни к чему меня не побуждает. И то же самое, когда кто-нибудь из моих друзей мне что-нибудь сообщает, и я слышу голос, он отклоняет от предприятия и не позволяет делать. Вот что по этому поводу сказал французский философ-гуманист XVI века Мишель Монтень. Демон Сократа был, по-видимому, неким побуждением его воли, возникавшим помимо его сознания. Вполне вероятно, однако, что в душе, столь возвышенной, как у него, к тому же подготовленной постоянными упражнениями в мудрости и добродетели, эти влечения, хотя бы смутные и неосознанные, были всегда разумными и достойными того, чтобы исследовать их. Каждый в той или иной мере ощущал в себе подобного рода властные побуждения, возникавшие у него стремительно и внезапно. Я позволял этим побуждениям руководить собою, и это приводило к удачным и счастливым последствиям. Выдающийся русский психиатр Ковалевский в книге ⁇ Психиатрические эскизы из истории ⁇ писал о Жанне Дарк. Более интересное и менее понятное в Жанне ⁇ дар предвидения и предчувствия. Трудно определить, что в передаваемом было правдой и что вымыслом. Со своей стороны, мы можем сказать, что такие явления предчувствия несомненно существуют. В них лежит частью та тонкая чувствительность, которая присуща лицам мечтательным и с живым воображением, частью область бессознательного и поныне для нас мало выясненного и понятного. Итальянский композитор Тартини, живший в XVIII веке, был человеком своего времени. Он был убежден в существовании Ада и Рая. Однажды под влиянием размышлений о наказании на том свете, ему приснился дьявол, который просил маэстро принять его в свой оркестр. Но мне нужны только скрипачи, сказал композитор. А почему ты думаешь, что я не умею играть на скрипке? Ответил дьявол. Он взял инструмент и начал играть. Первые же звуки очаровали маэстро и он, забыв страх перед ночным гостем, с наслаждением слушал. Утром, проснувшись, Тортини записал музыку по памяти и назвал ее «Трель дьявола». Так описывал события сам маэстро. Ясно, что музыку сочинил во сне сам композитор, только на этот раз творцом было его подсознание. А в сознание музыка проникла благодаря сновидению — надо сказать, что «Трель дьявола» — лучшее и наиболее известное произведение Тартини. Сюжет комедии «Горе от ума» по утверждению Грибоедова пришел ему в голову во сне. Тургенев рассказывал, «Я беспрестанно вожусь с моими лицами, даже во сне их вижу». Лев Толстой вспоминал, как возник замысел Анны Карениной. Ему представилась женщина в лиловом платье с обнаженной рукой, и сразу возник замысел романа, правда, смутный поначалу. Моцарт однажды на прогулке услышал одно из своих произведений, причем произошло это сразу, как бы в одно мгновение. Когда он вернулся домой, оставалось только записать его. Михаил Булгаков писал в театральном романе, что когда его герой садился писать, то у него в голове звучали голоса, всех персонажей. Ему оставалось только фиксировать их на бумаге. Существует предположение, что в данном случае Булгаков наделил героя своими способностями. Точно так же команды богов могли слышать экзальтированные верующие в нормальном состоянии. Кроме того, существует гипотеза, что иногда в состоянии бодрствования бывают вкрапления сновидений характеризующихся видением образов, сопровождающихся голосами. Надо сказать, что внутренние голоса могут и ошибаться. Так сохранилось воспоминание одного крупного ученого, который во сне услышал слова «Вирхов умер». Вирхов — известный ученый и общественный деятель XIX века. Проснувшись, он написал Вирхову письмо, получил ответ — и убедился, что адресат жив здоров. И сам ученый отмечает, что если бы сообщение голоса подтвердилось, то он бы поверил в потусторонние силы и придал бы случившемуся мистическую окраску. Наверное, у каждого человека есть свои собственные, аналогичные воспоминания. Бывают еще так называемые ложные воспоминания, когда человек, услышав чьи-то голоса, Особенно если он очень доверяет рассказчику, позднее ощущает эти события как пережитые им самим. Иногда это происходит бессознательно, иногда от желания чем-то поразить, увлечь слушателей, привлечь их внимание к своей особе. Тем более надо учитывать степень достоверности источников. От газетных сообщений конца прошлого, начала нынешнего века требовалась занимательность. И порой в погоне за сенсацией репортеры склонны были приукрашивать события. Для большей достоверности увеличивалось число свидетелей появления всевозможных шумных духов. Удивительно, что авторы не замечают таких противоречий, как действия на стены ударов, от которых повешенные на стене предметы ударялись друг о друга. Это соответствует землетрясению, значительной разрушительной силы. Дрожь сверху донизу всего здания, и при этом непосредственных разрушений было сравнительно мало. В описании ряда случаев совершенно очевидны признаки галлюцинаций, возникающих при психических расстройствах. Эти описания очень напоминают чисто клинические случаи, которые довольно стереотипны. При некоторых, например, алкогольных психозах Люди часто слышат голоса, упрекающие их в том, что они пьют, плохо ведут себя, примерно то же, что и у преподобного Кюре. Случай с голосами в сарае также очень похож на типичный случай болезненных галлюцинаций. Особую группу фактов представляют описание замков с привидениями. В подобных случаях, вероятнее всего, действует непроизвольная установка «это место, пользующееся дурной славой». И при самом критическом восприятии нельзя отрицать, что могут быть иллюзии вплоть до галлюцинаций в результате непроизвольного внушения, то есть человек не верит в привидения, но на бессознательном уровне у него могут возникнуть звуковые и зрительные галлюцинации. Что касается примера, приводимого авторами из истории Геродота, то в указанном ими параграфе и в двух последующих рассказывается история о двух голубках, которые якобы человеческими голосами приказали основать святилище Зевса в Дадоне и Ливии. Геродот дает свое толкование этой истории. Он считал, что основательницами святилищ были реальные женщины, чужеземки, которые говорили на непонятном местном жителям языке, так что казалось, будто они щебетали по птичьи. Более того, Геродот не верил, что птицы могут разговаривать. Он восклицает. Действительно, как же может голубка говорить человеческим языком? Так что ссылка авторов в данном случае на Геродота для подтверждения своего тезиса о том, что до наступления нынешнего материалистического века люди, как правило, были куда более отзывчивы на голоса природы, а животные и даже предметы могли говорить по-человечески, если в них вселялся дух, совершенно неуместно. Несчастья идут по пятам похитителей сокровищ о злоключениях гробокопателей, вандалов, охотников за древними сокровищами написано много. Бытуют рассказы о том, что зачастую разные несчастья преследуют и более поздних владельцев тех реликвий, которые были добыты святотатственным образом. Возьмем, к примеру, печально известный египетский саркофаг, вернее, фрагмент крышки этого саркофага, хранящийся ныне в Британском музее. Артур Вейгл в гробнице Тутанхамона приводит рассказ о его бывшем владельце мистере Дугласе Мёррея. Он купил саркофаг в 60-х годах прошлого века. И как только тот стал его собственностью, мистер Мюррей потерял руку из-за взрыва своего ружья. Пароход, на котором отправили саркофаг, получил повреждение, как и Кэп, на котором его везли из порта. Дом, где его поместили, сгорел, а фотограф, который его фотографировал, застрелился. Одна из знакомых Мюррея, имевшая касательство к саркофагу, потеряла многих из своих близких и, в конце концов, утонула во время кораблекрушения немного времени спустя. Список подобных несчастий, приписываемых духу этого саркофага, можно было бы продолжать очень долго. Столь же длинен и перечень несчастных случаев с грабителями курганов и похитителями драгоценных камней из святилищ. Некоторые самые свежие примеры приводятся в последней главе книги Колина и Джанет Борт «Тайная страна», 1976 год. Аналогичные примеры можно найти в статьях Менефи в журнале «Фольклор» за 1975 и 1976 годы и в книге Гринсела «Доисторические памятники и фольклор» 1976 год. Люди, нарушающие покой могил и святилищ, даже если они просто изучают их, сами могут лишиться покоя. Так, 12 августа 1740 года Джон Вуд, архитектор из Бата, предложил снять карту местности, где располагались знаменитые каменные круги в Стентон-Дрю в Сомерсете. Тамошние камни, как говорят, — это окаменевшие по воле сатаны гости на свадьбе. Его стали отговаривать. Никто, как заявляли местные жители, когда речь зашла о Стэнтон Дрю, никогда не мог точно подсчитать число этих претерпевших метаморфозу камней или нарисовать план их расположения, хотя это пыталось сделать несколько человек. Всех их ждала печальная судьба: они или падали замертво прямо у камней, или заболевали таинственной болезнью, которая уносила их в могилу сообщается в одном из источников. Смелый архитектор, тем не менее, настаивал на своем решении. Но тут началась гроза, сломавшая часть большого дерева возле этих камней, и люди были убеждены, что именно я нарушил покой духов хранителей этих камней. Начиная с этого времени прилагалось много усилий, чтобы убедить меня в нечестивости моих намерений. Джон Вуд. Описание Бата. Однако Вуд повторил свою нечестивую попытку. Взялся за составление плана Стоунхенджа и с теми же результатами. Начавшаяся гроза заставила его искать укрытие в ближайшей хижине. Несколькими годами позже доктор Уильям Борлос занимался раскопками могилы гиганта на островах Силли, близ полуострова Корнуолл. Однажды ночью ураган уничтожил посевы кукурузы и картофеля у островитян, что, по их глубочайшему убеждению, явилось прямым результатом археологических изысканий пришельц. Этот случай описан в книге Халлюэла. Путешествие по западному Корнуоллу. 1861 год. Хорошо известно, что в Ирландии никто не рубил и не срубит дерево из так называемых рощ-фей. С этим столкнулись в частности железнодорожные компании, когда нужно было строить дороги в этих местах. На другом конце света в Японии, Местные жители воздерживаются от порубки деревьев на горе Мива или в любом другом святилище, расположенном в сельской местности. Бесконечные несчастья, происходящие с людьми, которые оскорбляют святые деревья, начались с 661 года нашей эры. Это отмечает Жан Герберт в своей книге «Синтоизм». Императрица Саймей велевшая срубить священную рощу для того, чтобы построить дворец, была за это жестоко наказана. Дворец был сразу же после постройки разрушен стихией, причем под развалинами замка погибли казначей и многие придворные. Когда же молодой самурай, увидев, что вокруг валяется много ценного дерева, решил построить из него свой собственный дворец, результат оказался столь же плачевным. Удовольствие местных остряков того времени, и умников всех последующих поколений, пуританин, живший во времена Кромвеля, и срубивший один из двух стволов священного тернового дерева, в гластон-берри, которое, как полагают, выросло из посоха святого Иосифа Аримофейского, и цвело каждое рождественское утро, занозил себе глаз, что помешало ему продолжить свою работу и срубить второй ствол. Со своей стороны доктор Роберт Плотт, историк Оксфордшира, рассказывает в своих книгах о злоключениях, уполномоченных Кромвеля, вселившихся в королевские апартаменты в Вудстокском дворце 13 октября 1649 года из-за страшного холода, они решили пустить на дрова, почитаемый в тамошних местах в качестве священного королевский дуб. Понятно, что этим шагом они сразу же призвали на свою голову самые разнообразные несчастья. Невидимые преследователи ходили за ними буквально по пятам. Характерно, что до этого как рассказывают они, увидели бегавшую по комнатам черную собаку, разбрасывавшую на ходу стулья и опрокидывавшую тяжелую мебель. Затем во дворце стали раздаваться чьи-то шаги, и чья-то рука начала разбрасывать, рвать и пачкать чернилами важные бумаги. И самое таинственное. По комнатам дворца летали поленья на которые был столь безрассудно изрублен королевский дуб. Надо ли упоминать менее значительные происшествия, вроде того, что окна разбивались камнями, и даже, об этом сообщает только доктор Плот, лошадиными костями? Во всем оказался, если верить историку, виноват нематериальный дух. Из всех таких проклятий, совпадений, неудач, невезений и прочее, самым, пожалуй, известным является проклятие фараонов. Оно начало свои выступления перед публикой с преследования египтологов 5 апреля 1923 года, когда умер лорд Карнарвон. Незадолго до этого предпринявшая экспедицию, в ходе которой была вскрыта усыпальница в известной гробнице Тутанхамона. Присутствовавший на вскрытии Артур Вейгл описал в своем эссе «Гробница Тутанхамона» веселую атмосферу, которая царила по этому случаю. Так сам Карнервон, например, начал похваляться тем, что даст концерт в гробнице, на что Артур Вейгл якобы заметил, по его словам, следующее. «Если он спустится туда в таком настроении, я лично даю ему не больше шести недель жизни». Эта сцена произошла 16 февраля. Смерть лорда Карнервона которую приписали укусу ядовитого москита, была не единственной. За ней последовала и смерть Мейса, одного из главных гробокопателей, а затем, к бурной радости прессы, раздувавшей сенсацию, девятая смерть, десятая, двадцатая жертва и так далее. Члены экспедиции начали умирать один за другим, причем несколько людей умерли при весьма загадочных или трагических обстоятельствах. Что касается Вейгала, то он стал двадцать первой жертвой. Причина смерти — неизвестная науке лихорадка. Его смерть последовала за смертью сводного брата Карнарвона, покончившего с собой во время припадка безумия, и леди Карнарвон, снова укус насекомого. К 1930 году в живых оставался лишь один из участников той злосчастной экспедиции, покусившейся на священную гробницу, ее основатель Говард Картер. Предположение, что в смерти лорда Карнервона повинно проклятие фараонов, не слишком популярно среди археологов. Однако можно считать доказанным, что перед вскрытием гробницы — лорд Карнервон получил недвусмысленное предостережение не делать этого, если он не хочет умереть. Это предостережение прислал ему граф Хейман, известный в те времена мистик. В кругах ясновидящих он был известен как Чейро. К письму, написанному 30 ноября 1922 года, была приложена записка с текстом, который сам Чейро получил свыше и записал на бумаге. Текст гласил «Лорд Карнарвон, не входить в гробницу, непослушание ведет к смерти, сначала болезнь, от которой он не оправится, смерть заберет его» в Египте. Получив это послание, Карнарвон не на шутку встревожился. Он тотчас же отправился к ясновидящей Вельме. Она изучила его ладони, и заявила, что видит возможность его преждевременной смерти при обстоятельствах, связанных с вмешательством сверхъестественных сил. Через несколько недель лорд Карнарвон Вновь посетил гадалку. На этот раз, гласил ее вердикт, его ладонь выглядит даже хуже, чем во время предыдущего посещения. На этом основании лорд Карнервон даже решил отменить экспедицию в Египет. Однако, к тому времени, приготовления зашли уже слишком далеко, и он мужественно решился это его собственные слова бросить вызов темным силам веков. Чарльз Форд с характерной для него непоследовательностью ограничился в своих комментариях по делу Карнарвона лишь цитатой из лондонских газет того времени «Дейли Мейл от 12 апреля 1923 года и «Дейли Ньюс» от 13 апреля. В имении лорда Карнарвона возле Ньюбери, Хэмпшир, часто видели дикого голого человека, которого так и не могли поймать. Впервые его заметили во владениях лорда 17 марта. И именно 17 марта лорд заболел. Умер же он 5 апреля. И с 5 апреля дикого человека из Ньюбери и след простыл. Еще один из диких людей — на сей раз уроженец Оркнейских островов явился предвестником трагедии в доме местного фермера. Его зять гарантирует точность описания этого случая, вошедшего в книгу «Старые предания Оркнейских шотландских островов» Кейснеса и Сазерленда, 1911 год. Фермер занимался раскопками старого большого кургана на своем участке. Неожиданно перед ним предстал дикарь, старый человек с седыми волосами, хранитель кургана. Одет он был в изодранное серое платье, латанное-перелатанное. В руках он держал старую шляпу, а на ногах у него были ботинки из лошадиной или коровьей кожи, обмотанные ремешками. Видение предупредило фермера, что если он вздумает продолжать раскопки, ему не сдобровать. Он потеряет шесть коров, и в его доме будет шесть похорон. Так оно и случилось. Шесть коров пали одна за другой, а в доме фермера одна за другой последовали шесть смертей. Автор этого описания присутствовал на четвертых похоронах, и именно там ему и рассказали обо всей этой истории. Смерть девушки связана с легендой о проклятии мисс Эвелин Маклин, сонаследница бриллианта Хоупа, над которым тяготеет проклятие, была обнаружена мертвой прошлой ночью в своем доме в пригороде Далласа, Техас. Вскрытие не показало никаких следов насилия, которое могло бы вызвать смерть девушки. Предполагается сделать анализ содержимого желудка. Соседи взломали двери после того, как в течение нескольких дней к ряду в доме не видно было никаких признаков жизни. На кровати, одетая в голубые джинсы и свитер, лежала мертвая девушка. 25-летняя мисс Маклин жила одна, незаметно и скромно. Она являлась внучкой миссис Эвелин Уолш Маклин, владелица бриллианта, за который шестьдесят лет назад — Та уплатила 40 тысяч долларов, тогда 8 тысяч фунтов стерлингов. В 1947 году, перед самой смертью, она завещала бриллиант Хоупа своим шестерым внучкам. Бриллиант был куплен в 1949 году посредником, который передал его Смитсоновскому институту в Вашингтоне. Внучкам ни разу не разрешили к нему даже прикоснуться. Бриллиант Хоупа впервые появился в Лондоне в 1812 году. Свое название он получил по имени лондонского банкира Генри Томаса Хоупа, который приобрел его в 1830 году. Говорили, что камень в 44,5 карата был извлечен из лба индуистского идола и попал в руки французского путешественника, позднее разорванного на куски сворой бешеных собак. Французский король Людовик XIV, как рассказывают, преподнес его мадам де Монтеспан в качестве знака своего расположения, которое она вскоре после этого утратила. Людовик XVI как гласит легенда, преподнес бриллиант Марии Антуанетти, и когда в 1793 году она была казнена вместе с королем, бриллиант исчез. Что касается миссис Эвелин Уолш Маклин, то и она получила свою порцию несчастий. Ее первый сын погиб в автомобильной катастрофе, муж закончил свои дни в психиатрической лечебнице, а дочь скончалась, приняв слишком большую дозу снотворного в 1946 году. Семья Хоупов после покупки бриллианта вступила, как говорили, в полосу неудач. Владельцами камня за 16 лет до его приобретения миссис Маклин были Жак Коле, покончил жизнь самоубийством, князь Иван Конитовицкий, Убит султан Абдулла Хамид из Турции, свергнут с престола, а также его задушенная любовница и, наконец, Симон Монтаридес, чей экипаж упал в пропасть, когда лошади понесли. Погиб не только он сам, но и жена с ребенком. Профессор Вальтер Эмери, британский египтолог, скончался в Каире от инсульта после того, как нашел статую древнеегипетского бога смерти. Профессор Эмери проводил последние раскопки в храме древнего бога Имхотепа, бог медицины, в Саккаре возле долины пирамид, когда его сразил удар. Средневосточное агентство новостей сообщило, что профессор как раз обнаружил статую египетского бога смерти Осириса, и занимался ею в тот момент, когда пал жертвой церебрального тромбоза. Над осквернителями гробницы Тутанхамона, как считается, висит проклятие, и двадцать человек, связанных с этим, умерли неожиданно или загадочно. Комментарий кандидата исторических наук Серова. С давних времен священные места, предметы, просто клады воспринимались людьми как особенно опасные. По представлениям древних это объяснялось тем, что в них или рядом с ними обитают духи, либо другие таинственные силы, которые могут наказать или даже убить того, кто вступил с ними в общение, не оградившись специальными магическими действиями и формулами, подобно жрецам приобщавшимся к таинствам своей профессии. В других случаях причастные к священному предмету люди, желая оградить его от чужаков, налагали на него заклятия, призывая на голову покусившегося всевозможные кары. Не ограничиваясь этим, во многих случаях прибегали и к материальным способам защиты. Так, в гробницах египетских фараонов Формулы проклятий возможным грабителям повторялись из века в век. А вот ловушки для них были разнообразны. То плита в коридоре гробницы проваливалась под ногой, и вторгшийся падал в глубокий колодец. То падали на грабителей большие камни, то выход засыпали обвалы. Чем явление значительнее, тем охотнее верят в возможный его вред — тем больше доверия к легендам, сплетням даже несомненной лжи о бедствиях, постигших человека, как-то нарушившего покой заклятой, проклятой вещь. Египет, да и вообще древние цивилизации Востока, благодатнейшее поле для подобных легенд. Молва считает, что создатели этих цивилизаций обладали таинственными силами — впоследствии утраченными. Конечно, любое явление, которое трудно понять, вроде способа транспортировки камней Бальбекского храма или инкской крепости, гораздо проще объяснить результатом деятельности пришельцев из космоса, коллективной психической энергией и так далее, чем пытаться найти разгадку в собственной истории древних культур. Тем более, что подобные объяснения что называется, лежит на поверхности и не требует многотрудных изысканий. Комментируемая глава входит в число подобных построений и домыслов вокруг странных случаев с древностями. Для любителя сенсации годится все — и легенда, и слух, и явная фальсификация. Рассмотрим материал этой главы по порядку изложения. С древнейших времен похоронный культ был окружен таинственностью. Связанные с ним предметы считались особенно опасными для людей. Все народы совершали при похоронах магические обряды, но особое развитие культ мертвых получил в Египте, что объясняется религиозными представлениями древних египтян. Они считали, что блаженствовать в загробном мире будет лишь тот, чье тело хорошо сохранилось. Поэтому предпринимались всевозможные меры для того, чтобы защитить богатые захоронения от разграбления, а труп — от осквернения. Так родились легенды о неотвратимой смерти, ожидающей каждого, кто посмеет проникнуть в последнее пристанище фараона. Самое удивительное — что эта легенда дожила до наших дней. Хорошо еще, что в истории с саркофагом Мюррея, принесшим несчастье и владельцу, и всем, кто имел какое-нибудь касательство к нему, обошлось без проклятия. Неприятности, несчастья, случающиеся с каждым человеком, просто связываются с самим саркофагом, с обладанием им. Столь же показателен и рассказ о препятствиях, встающих перед людьми, пытающимися снять планы кельтских сокровищ. Излагаемые в главе легенды красочны, но невольно возникает вопрос. Почему все-таки хранители Стоунхенджа и подобных святилищ позволили другим ученым снять планы, притом без гроз и смертей? Разгадка в том, что все эти истории относятся не к сверхъестественной сфере, а к области фольклора. Мне самому не раз случалось слышать рассказы о наказании туристов или других заезжих людей, посетивших запретную рощу или кладбище в Поволжье, на Урале, в Сибири. Впоследствии бывало, что я встречался с погибшими от заклятия людьми. Лорд Карнервон Знаменитый при жизни спортсмен и коллекционер стал еще более знаменит после смерти, открыв список жертв проклятия фараонов. Он умер еще до окончания раскопок гробницы Тутанхамона, как считалось, от укуса москита. Это вполне естественная причина, не устроила однако любителей сенсаций на Западе, которые спустя годы и десятилетия стали искать более экзотические объяснения. Почти ни один при этом не упоминает, что здоровье лорда Карнарвона было чрезвычайно плохим. Из-за автомобильной катастрофы, в которую он попал, Карнарвон должен был бросить спорт и отчасти поэтому принял предложение Картера отправиться на раскопки в Долину Царей. Для нагнетания страхов Вокруг смерти Карнарвона используется и таинственная история о полученной свыше телеграмме, грозящей гибелью за раскопки, и легенда о голом человеке, не имеющем никакого отношения к Тутанхамону. Это местное кельтское поверье. Конечно, авторы книги не сами придумали эту версию, но для ее подтверждения они собрали все, что писалось о смерти Карнарвона, как жертвы проклятия. Питательной средой для подобных измышлений стал мистицизм, который широко распространен на Западе. Картер вспоминает, что когда газеты сообщили о результатах первого сезона раскопок, археологи среди множества писем получали и советы, как защититься от чар, которые, несомненно, должны были окружать гробницу Тутанхамона. Познакомившись с историей раскопок гробницы Тутанхамона, можно подумать, что вслед за лордом Карнарвоном археологи сразу же стали умирать. Но даже Мейс, тяжело болевший еще до начала раскопок, что приводило к перерывам в работе, умер лишь несколько лет спустя. Ничего не говорится о том, что многие археологи, работавшие в долине царей, умерли в возрасте, в котором смерть не кажется такой уж удивительной. Брестеду к моменту смерти было 70 лет, Дэвису — 71 год, Фукарту — 81 год, Уилнаку — 66 лет, Гардинеру — 84 года. Для создания все той же иллюзии лавины смертей понадобилось утверждение, что к 1930 году в живых оставался лишь один из участников той злополучной экспедиции, ее директор Говард Картер. Картера пережили практически все археологи, принимавшие наиболее активное участие в раскопках, кроме Мейса. А в число жертв проклятия, кстати, включаются и те, кто и не спускался в гробницу Тутанхамона. Лукас, осуществлявший химический анализ найденных вещей, виднейшие египтологи того времени Брестед и Гардинер, работавшие вместе с Картером, умерли после него. Самого Картера, впрочем, журналисты убили еще до его смерти. Перепутав его с умершим в 1930 году однофамильцем из США. Надо отметить, что были попытки найти более реалистичные объяснения гибели археологов. Некоторые считали, что причиной тому микроорганизмы, обитающие в помете летучих мышей, а последние, как известно, любят жить в склепах, пещерах, подземных ходах и так далее. Другие приписывали серию смертей какому-то неизвестному вирусу. Тут толкования расходились, то ли просто бывшему в гробнице, то ли специально оставленному для уничтожения грабителей. Но, во-первых, летучих мышей на месте работы экспедиции Картер не было. Погребальные камеры были завалены землей, и вход к ним пришлось раскапывать с поверхности. Во-вторых, Хотя археологам приходится порой сталкиваться с опасными микроорганизмами, наиболее поздний из известных примеров ⁇ смерть нескольких польских ученых, вскрывших гробницу короля Казимира Егелончика в Кракове. Но Картер при начале работ в гробнице специально исследовал состав воздуха. Опасные микроорганизмы не были обнаружены. Все поиски естественных или сверхъестественных причин гибели участников раскопок в Долине Царей исходят из ложной посылки о быстрой смерти археологов. Столь же несостоятельны, как истории с саркофагом Мюррея, и легенда о бриллианте Хоупа, и заметка о смерти профессора Эмери. Старые правила учат. После того не значит вследствие того. Эмери за долгие годы археологической работы находил много статуй. Нет ничего удивительного в том, что он умер во время раскопок, вскоре после очередной находки. Впрочем, в заметке прямо не говорится, что Асирис, либо имхотеп убили Эмери. Само по себе сообщение о смерти человека на работе неудивительно но в данной голове оно как бы служит еще одним подтверждением проклятия. На что не пойдешь ради сенсации. Совпадение В книге «Неизвестная», изданной в 1902 году, Камиль Фламарион рассказывает о своем друге, поэте Эмилии Дешане. В детстве, учась в школе в Орлеане, Дешан сидел за одним столом с неким де Форгебю, возвратившимся из Англии, где он пристрастился к сливовому пудингу, в ту пору неизвестному во Франции. Дешан попробовал это блюдо. Десять лет спустя Дешан проходил мимо ресторана и увидел, как там готовят сливовый пудинг. Воспоминания детства, казалось, давно забытые, побудили его войти в ресторан, и заказать порцию пудинга. Однако выяснилось, что тот целиком заказан другим посетителем. Каково же было удивление Дешана, когда вторым посетителем оказался никто иной, как Форгибю. Так оба они встретились вторично за тем же самым блюдом. Прошло еще много лет, и Дешан получил приглашение на обед, где должен был подаваться традиционный английский рождественский пудинг. Дешан восхитил своих хозяев рассказом о необычайной встрече с Форгибю. Все весело шутили на тему о возможном появлении его на этом обеде. И он действительно пришел. Как выяснилось, Форгибю был приглашен на обед одним из соседей и умудрился перепутать квартиры. Трижды в своей жизни я ел английский пудинг. И трижды видел при этом форгибю, — говорил Дешан. У меня прямо волосы встали дыбом. И если я увижу его в четвертый раз, то право же буду думать, что от меня зависит все или ничего. В книге «Синхронность и человеческая судьба» 1955 год Юнг говорит, — о неизвестном процессе, который пересекает пространство-время и упорядочивает события так же, как архетипы упорядочивают подсознательное в психике, чтобы события физической и психологической реальности приобрели параллельное значение. Фламарион испытывал явное пристрастие к привидениям, предвестникам смерти. Он указывал, что если эти видения — Просто галлюцинации, то существует проблема их синхронизации с неизвестными событиями, происходящими в другом месте. Если бы Фламарион не охладел к исследованиям в сфере совпадений, он мог бы предвосхитить Пауля Кэмерера, который опубликовал свою работу Закон последовательностей в 1919 году. В течение двадцати лет. Кэмерер записывал в дневник все совпадения, классифицировал их по категориям в уверенности, что последовательности вездесущи и бесконечны в жизни, природе и космосе. В работе Кэмерера в неявном виде содержится представление о сродстве всех веществ, свойственное древним алхимикам, считавшим, что одно похожее должно непременно притягивать другое. Кэмерер также обратил внимание на периодичность событий. Эта тема впоследствии была развита Эдвардом Дьюи в его книге «Циклы. Таинственные силы, порождающие события». 1971 год. Любопытный случай. Ребенок вывалился из окна 14 этажа одного из домов в Детройте и упал на некоего Джозефа Фиглока, проходившего в этот момент внизу по тротуару. Через год происходит то же самое. Уикенд, Лондон, 19 мая 1976 года. К счастью, оба выжили. Но отнюдь не все совпадения заканчиваются столь благополучно. Два брата были задавлены на Бермудах тем же самым такси, что сбило их год назад. Причем управлял им тот же самый водитель, в машине сидел тот же самый пассажир, а братья ехали на том же самом мопеде по той же самой улице, что и тогда. Ливерпуль Эко 21 июля. 1975 года. Форд любил повторять, что его интересуют не столько сами вещи, сколько взаимосвязи между ними. Для него все явления образовывали одну сложную непрерывность, из которой в поле нашего зрения попадают лишь отдельные фрагменты. Вот что он говорил. И бутылка с кетчупом не выпадет из окна Гармюзского дома, во двор, без того, чтобы это событие не отразилось на стоимости пижам в Джерси-Сити, температуре чьей-нибудь тещи, живущей в Гренландии, или спросе на носорожье рога в Китае. Совпадение — не только обычное явление в нашей повседневной жизни, но если верить Айре Прогов, Юнг, синхронность и человеческая судьба, и в некоторой степени Нами вызываемые. В предисловии К культизму 1971 год Колин Уилсон замечает. Однажды, когда я искал один нужный мне факт, с полки упала книга, раскрывшись как раз на той самой странице, где находились нужные мне сведения. Фламарион в книге Неизвестная вспоминает, что как-то он писал главу о силе ветра, для своей книги «Атмосферы». В этот момент налетевший порыв ветра раскидал страницы рукописи так, что их невозможно было потом привести в порядок, и к тому же большинство страниц улетело на улицу. Каково же было удивление Фламариона, когда через несколько дней ему принесли из издательства гранки, и там были все недостающие страницы. Оказалось, что посыльный из этого издательства, проходя по улице мимо дома писателя, это был его обычный маршрут, подобрал валявшиеся листы, решив, что Фламарион обронил их по дороге в издательство. Наиболее распространенной формой совпадений, не считая совпадений типа легок на помине, столь нравившихся Фламариону, являются те, в которых так или иначе задействованы слова и цифры. Все знают случаи, когда фамилия человека отражает его интересы или род занятий. Так скажем, акушер по фамилии Триплет, Триплет по-английски означает тройной, совсем недавно в третий раз принял тройню. Уикли Ньюс, 15 мая 1976 года. Форд приводит прям-таки классический пример совпадения, позаимствованный им из газеты «Нью-Йорк Геральд от 26 ноября 1911 года о троих мужчинах, повешенных в Лондоне за убийство сэра Эдмунд Берри Готфри в гринбери хилл И что же? Имена этих трех убийц были Грин, Берри и Хилл поистине игра слов и смерти, как выразился Форд. Похоже, что в мире разгуливает чувство юмора, которое одно лишь в состоянии объяснить подобные каламбуры, иногда ребячливые, а иногда зловещие. Газета «Сканторп» «Ивнинг Телеграф» от 26 апреля 1975 года Рассказывает о профессиональном игроке в гольф Джимми Толлане, который произвел сильный удар, с первого раза послав мяч к четырнадцатой лунке. Его мяч сбил на лету дикую утку весом шесть с половиной фунтов, и она упала на лук, носящий название Утинова, по названию пивной, выходящий окнами на этот лук. Примером совпадения носящего характер предзнаменования можно считать кроссворд, напечатанный в газете Daily Telegraph накануне высадки союзнических войск в Нормандии 6 июня 1944 года. Он включал многие из кодовых названий предстоящей совершенно секретной операции, таких как, например, Омаха, Юта, Малбери, Нептун и также главное кодовое название всей операции — Оверлорд, Владыка. Расследованием этого случая занималась в то время армейская разведка, которая не смогла обнаружить никакой утечки информации. Составителем Кроссфорда был скромный учитель, озадаченный не меньше самих проверяющих. Существует также категория совпадений, в которых природа, похоже, действует по законам искусства, а факт напоминает выдумку. Будучи феноменалистами, мы не видим особого смысла в том, чтобы спорить из-за парадоксов типа «что чему предшествовало» — курица яйцу или же наоборот. Мы считаем, что в непрерывности явлений и вещей во всем есть частица всего. Поэтому трудно сказать, где кончается физическое, и начинается психическая реальность. Любое заключение будет произвольным и частным по своему характеру. На стыке этих реальностей и возникают промежуточные феномены, фактически еще не изученные. Вот вам пример. Некто Ноэл Маккейп из Дерби слушал пластинку «Плач дикого гуся» в исполнении Фрэнка Лейна когда канадский гусь, разбив окно в спальне, упал на пол, а двое других упали за окном. Лондонская газета «Сан» 19 ноября 1974 года. Жители деревни Рутвелл в Дамфри-Шире смотрели по телевизору фильм «Вокруг света за 80 дней». Неожиданно свет на экране погас. Оказалось, что возле деревни пытался приземлиться воздушный шар, и его порывом ветра прижало к проводам как раз в тот момент, когда герой фильма собирался отправиться в путешествие на своем воздушном шаре. Еженедельник Уикли Ньюс 12 апреля 1975 года. Семья Мелкис из Дунстейбла в Бэтфордшире также смотрела телевизионный фильм. Как раз в ту минуту, когда обреченный на гибель «Титаник» должен был вот-вот столкнуться с айсбергом, их дом вздрогнул под ударом большого куска льда, выбравшего именно этот момент для того, чтобы упасть на дом с неба, проломив при этом крышу. В газете «Санди Таймс» Артур Костлер отмечает в статье, что инцидент с «Титаником» был как бы предсказан 14 годами ранее Морганом Робертсоном в романе «Тщетность», изданном в 1898 году. В нем описывается, как гигантский корабль «Титан» сталкивается с айсбергом во время своего первого рейса примерно в том же районе Атлантики, где позднее погиб «Титаник». Кёстлер — также опубликовал письмо от человека, который стоял за штурвалом корабля в 1939 году, точно на том же самом месте, где погиб «Титаник». Что-то, по его словам, заставило его застопорить ход корабля. И предчувствие не обмануло его. К кораблю приблизился гигантский айсберг и навис над ним, покорежив и повредив судно, но не вызвав человеческих жертв. Название корабля было «Титаниан». Наконец, мы отметили и такую форму совпадений, которая бы явно позабавила форта, когда на месте неортодоксального явления оказывается вполне ортодоксальный ученый, словно это в его честь дается представление. Журнал Science от 22 апреля 1949 года сообщал, что доктор Байков, их теолог, подвергся бомбардировке рыбами с неба вскоре после завтрака в Билокси, штат Миссисипи. Доктор Крогман, патологоанатом, специализировавшийся на смертных случаях от огня, будучи в отпуске, оказался близ того места, где произошло спонтанное возгорание миссис Ризер. Смотрите главу «Самовозгорание человека». 2 апреля 1973 года метеорологу, гулявшему по Манчестеру, чуть не размозжила голову глыбы льда, упавшей с неба у его ног и разбившейся на куски. Как писал журнал «Метеорология» в сентябрьском номере за 1975 год, это был, пожалуй, один из самых наиболее точно зафиксированных случаев падения льда. Но тут мы касаемся уже другого вопроса, а именно, насколько полезны для науки случайные открытия. И часто этот вопрос следует задать в другой форме. Насколько они случайны? Комментарий кандидата философских наук Мезенцева. Читая эту главу, мы должны прежде всего иметь в виду, что уже сама исходная позиция авторов, а это феноменализм, толкает их на признание, на поиски никому неведомых и реальных связей между совершенно различными явлениями, лишь совпавшими по времени или по месту действия, вместо того, чтобы просто констатировать, да, перед нами редкостное совпадение оно способно вызвать удивление, но за ним нет ничего такого, что подтверждало бы существование каких-то надприродных сил. Во-первых, потому что явления, совпавшие одно с другим, не являются ни причиной, ни следствием друг друга. И во-вторых, потому что в окружающем нас мире происходит бесконечное множество самых различных явлений и отдельные, даже самые удивительные совпадения двух явлений всегда возможны. Между тем, авторы усматривают нечто и реальное даже в таких житейских совпадениях, как три случайные встречи одного человека с другим, причем в каждой встрече речь шла о сливовом пудинге. Или когда дикий гусь влетел в окно дома, в то время как хозяин слушал пластинку «Плач дикого гуся» действительность преподносит нам порой куда более поразительные совпадения. Но и тогда не следует бросаться в объятия мистики. Вот пример. В 1900 году тропический ураган невиданной силы обрушился на американский город Галвестон. Под напором ветра воды Мексиканского залива ринулись на побережье. Как огромные тараны они сносили улицу за улицей с этой тропической бурей, названной позднее ураганом века, тесно связана одна редкостная история. Известный американский актер конца прошлого столетия Чарльз Коглен родился на острове Принца Эдуарда в заливе Святого Лаврентия. В 1899 году на гастролях в городе Галвестон он умер. Похоронили его здесь же, положив в герметически закрытый гроб. А через год, когда над Галвестоном пронесся ураган, бушующая вода размыла кладбищенские могилы, и гроб с телом Коглина унесло в море. Проплавав почти девять лет в океане, он попал в Гольфстрим, а это течение занесло гроб в залив Святого Лаврентия, где его обнаружили рыбаки с острова принца Эдуарда. Дом, где Коглин когда-то родился, находился в нескольких милях. Столь редкостный случай был расценен как великое чудо. Но «Ну, разве вы не видите в этом возвращении на землю своих предков руку судьбы, — говорили верующие. Всю свою жизнь этот человек скитался по чужим краям, а, почувствовав смерть, умолил Бога возвратить его туда, где он родился, где провел свои самые лучшие безоблачные годы. А может быть, молились за своего сына старики-родители, хотели увидеть его еще раз, и Бог внял их молитвам? Известен мудрый афоризм. Результат зависит от точки зрения. Он вполне приложим к нашему случаю. Здраво рассуждающий человек — Чуждой мистики скажет ⁇ удивительно ⁇ Но все это не более как редкостное совпадение. Совсем иные выводы сделает из этой истории верующий человек. Можно вспомнить еще один пример совпадения по месту и времени двух событий, которые целая нация восприняла как волю богов. В XIII веке почти вся Азия была под властью монгольских завоевателей. Внук Чингисхана Хубилай был недоволен тем, что получил в наследство. Он жаждал новых земель. Остались еще острова Чипанго, Япония, которые не топтали монгольские кони. В 1274 году Хубилай снаряжает первый поход к заветным островам. Монгольский флот выходит в море но высадка не удается. Проходит еще семь лет. Хубилай не оставляет мысли о завоевании островного государства. В августе 1281 года его воины снова появляются у берегов острова Кюсю. И тут в действие людей вмешивается стихия. Почти весь флот монголов погибает от невиданного по силе тайфуна японцы восприняли свое спасение от нашествия и порабощения как божественную помощь. А между тем, случайное совпадение двух событий здесь даже не столь удивительно, как, скажем, в истории с гробом американского актера. Ведь монгольский флот появился у берегов Японии в сезон года, когда там зарождаются и буйствуют тропические циклоны. Энгельс говорил, что случайность есть форма проявления и дополнения необходимости. В этих словах вся суть взаимосвязи необходимости и случайности в природе и обществе. Иногда говорят, явление может быть либо случайным, либо необходимым. То, что случайно, не может быть необходимым, а что необходимо, не может быть случайным. Между тем, все здесь не так просто, как представляется на первый взгляд. Необходимость и случайность тесно связаны друг с другом, у них много общего. Возьмем последний пример. У берегов Японии проносится тайфун. Случайное это явление или необходимое? Случайное, если говорить о том, что ураган пришел сюда именно в этот день, а не вчера и не завтра, что путь его движения был именно таким, чтобы он встретился с монгольским флотом. Но, с другой стороны, тайфуны в этом районе вполне закономерные явления, а в определенные месяцы года они обязательно появляются у берегов Японии, их зарождение и развитие обусловлено вполне объективными причинами состоянием атмосферы над океаном. Необходимость здесь проявилась в случайности. Случайной по месту и времени была встреча завоевателей с тропическим циклоном у берегов острова Кюсю. Но появление их в этих краях было далеко не случайным. Вся экономика монголов в те времена покоилась на грабеже завоеванных народов. И поход в Японию был вполне закономерным для политики Хубилая. Такова диалектика сосуществования случайного и необходимого. Случайные совпадения двух событий, ничем между собой не связанных, только тогда привлекают к себе внимание суеверных людей, когда эти события дают пищу для мистических умозаключений. Именно такой была история с гробом Коглина. Между тем, редкие совпадения, если они не наводят на мысли о потусторонних силах, воспринимаются теми же людьми без особого волнения и ажиотажа, а если и вызывают интерес, то только в рамках удивления. Бывает же такое.